перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ой, извиняюсь, дико, блядь, несдержание, так сказать. Ну, всякое бывает, сами понимаете, уже человек не молодой, так сказать. Сейчас я прибавлю. Тут вообще все такие умные, пизда, я тоже хочу. Сейчас давайте перемотаем на начало. Ютуберы и школьники. Ох, что орешь. Школьные вопросы. То, что битве школьникам удалось сравнять общий счет. Бля, повезло. Я посмотрел, кстати. Блять, вам вообще слышно, не? Поехали. Блять, я еще не закончил. Я даже не помню, подожди, я когда закончил. Не помню. Я такой старый внучок, не спрашивай. Я хорошо учился, реально. Но я, правда, сразу учился, у меня все оценки были для того, чтобы сучок вам поступить. Бля, надо будет джойстик в руку взять, потому что паузить, так сказать. Как вы думаете, кто победит? Ну, я думаю, Руслан Усачев победит, реально. Ну, Дельдар победит точно. Он вообще на второй год оставался. Я готов вести команду ютуберов ко дну. Поехали. Ты да я, да мы с тобой. Сколько человек? Блять, что за... Это... А школьные вопросы можно? Ты, я... Ну, двое, блять, нет? Ты. А можно два. Школьные вопросы? Что за хуйня? А, ебать, я умный! А, пизда! Вдвоем мы? Двое. Так, двое. Да, двое человек. Два. Ой. Какой металл используют для очищения воды от микробов? Тяжелый металл, блядь. Воды от микробов? Но обычно, типа, ну, я насколько знаю, хлор чистит водопровод, блядский вот этот. Вот. Но я не знаю, это металл вообще считается или нет. Блядь, я, кстати, чтобы вы знали, я отлично знал химию. Я буду вот так сидеть, чтобы вы смотрели на мою ногу, а не на вопросы. Вот, я реально по химии хорошо знал, но я не знаю, ну, это единственное, что я могу сказать, то, что, какой металл для очищения воды, ну, блядь, только хлор, я не знаю, это металл или нет. Железо. Ну, железо. Я не знаю. Да не, хлор это не металл, я что, пизданулся? Серебро. О, моя любимая группа. Шатаут Максим Фадеев, классная группа. Конечно, галоген, блядь, я в душе не буду, что такое галоген. Пизда, вот сейчас я обосрусь, реально, только навыебался, что я химию хорошо знаю. И мне тут это самое. Конечно, галоген, блядь. Я не ходил в химию. Я не знаю, что такое галоген, клянусь, я не помню. Нет, 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 просто они сказали да. Они просто сказали да, типа, я такой, и правильный ответ не выскочил, я такой, нет, нет, нет. Нет. Я же сказал, ребят, нет. Коллаген? А, нет, нет. Коллаген. Подожди, стоп. Че, сколько килобайт в одном мегабайте? Я в душе не ебу. 1024? Типа. В одном мегабайте тысяча. 1024, там нет тысяча. Не может быть чисто физически. Ее! Блин, такой умный, пиздец. Он, Лиза, тоже умная. Бля, жалко, Масленникова не позвали. Блин, он бы все угадал. Столицей какого государства является Копенгаген? Я в душе не ебуть, сука. Я тебе че, географ, блядь. Столица какого? Копенгаген. Да я ебу, блядь. Татарстан, блядь. Дания, я просто в комментариях прочитал.
Вы что, дураки, это Дания. Ой, бля. Венгрия. Какая Венгрия, Дания? Я не знал, просто я в это в комментариях здесь прочитал, в чатике. Видите, я честный очень. Я реально честно отвечаю. Какую религию исповедуют мусульмане? Ну, ислам. Ну, как ислам. Ислам? Не, мусульманство моя любимая религия. Ислам. 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 Мусульманство. Число возвели в квадрат и получили 25. Чему равнялось это число? Ну, 5. Не спеши с ответом. Я же прав? 5? Нет? 5? Если нет, то охуели вы, что ли? Число возвели в квадрат и получили 25. Да, блядь, я ебу, нахуй. 5, блядь, я не знаю. 5? Вот математика, все плохо. Ислам, ислам, ислам. Есть еще какой-то двойник. Да, типа, что за хуйня? Пятеро же. Че, блин? Не знаю. Ну, тут какой-то подвох, да, прям? 6? Минус 5. Че, блядь? Что? Что? Как вы до этого додумались? Что, блядь? Это самое идиотское. Кто написал роман «Идиот»? Почему плюс-минус 5? Хорошо, если минус 5, я понимаю, то... А. Кто написал «Идиот»? Блядь, я только хотел сказать Достоевский. Вот, блядь, вот реально, вот... Можете вот за бля меня взять, я клянусь, хотел сказать Достоевский, вот прям убейте, я помню эту хуйню. Я сразу вам сказал, я честно отвечаю, блядь. Надо было сразу паузить, хорошо, я буду в следующий раз паузить, когда вопрос будет, я буду на паузу ставить, отвечать и все. Достоевский. Какой орган человека вырабатывает жертву? Это я. Бля, у меня, короче, было столько желчи, вы охуеете. Я, короче, один раз за год два раза подряд лежал на зондировании. Чтобы вы знали, что такое зондирование, это когда тебе в... Блядь, у меня розетка упала, ща. Это когда засовывают тебе, короче, шланг очень длинный, длиннющий. И ты лежишь на боку 3 часа, и из тебя выходит, типа, желчь. Вот, по-моему, желчь это... Поджелудочная железа, я ебу. Ну точно не желудок. Бля, Лиза также пошутила. Душа. А, хорошо. Желчные пузыри. Желудок, блядь, не то, да? Печень. Печень? Правильно. Назовите столицу Латвии. Рига. Это я знаю, ребят. Я сам из Риги, на самом деле. Рига. Рига. Это ты мне сказал? Это он мне сказал, Нига? Это... За базаром что следим. Килограмм пуха или килограмм кирпичей? Ой, блядь, такая старая хуйня. Господи, это же килограмм один и тот же. Блять, меня так подъебали во втором классе про килограммы пуха и килограмм кирпичей. Ничего. Одинаково. Килограмм это одно и то же. Одинаково. В каком виде спорта был чемпионом мира Гарри Каспаров? Ну я знаю, что такое... Бля, отличные, кстати, школьные вопросы. Я реально, вот помню, сидим на математике, у нас там тема урока Гарри Каспаров. Изучаем, блять, я в душе не ебу, кто это такой. Вот тут вылез ответ шахматы. Я, блядь, вот, сука, да мне срать. Я в жизни в шахматы не играл, мне это неинтересно, блядь. Я, сука, с 7 лет до 17 каждый год, по 2 раза в год лежал в больнице. Какие нахуй шахматы? Я, блядь, в карты играю лучше, чем нахуй чуваки на зонах. Так что, блядь, какие школьные вопросы? Это типа, если бы они сейчас, знаете, типа... скажите, ну не знаю, там, блять, я не знаю, я хочу придумать что-то смешное. Как называется штука, которая делает, ну типа, процесс дисторшена на звуке?
И ты такой, сатурация, блядь, я не знаю, ну типа вот такая же хуйня. Откуда? При чем здесь школьная программа? В какой штат входит Вашингтон? Штат Вашингтон? Да это хорошо, предположение отличное. Блин, я чё, блядь, разбираюсь в ваших пиндосиях? Мне неинтересно, вот ваша Америка, блядь, гниет? Вот если бы ты спросил что-нибудь там про Урал, блядь, он, про Дальний Восток, там, ну, про Россию, там, Байкал спросил, что, я бы ответил, вообще базара нет, я человек такой, ну, знаю, отвечу, вот, но вы думаете, что мне реально интересно, что там Вашингтон, не знаю, Флорида какая-нибудь, блядь. Вашингтон, Колумбия, Калифорния. Не, вряд ли Флорида, это побережье, по-моему, Флориды, ну, мне похуй. Вашингтон, ДС. Вашингтон, ДС. О, ДС, да, классно, я Бэтмена смотрел. А кто-нибудь отвечет? А, ни в какой! Ха-ха! Вот нас наебали! Кто из них не насекомое? Я не насекомое. Паук, бабочка, богомол. Так. Паук. Это же членистоногая. Ха-ха! Я сказал сейчас член, ребят. Паук. По-моему, я насчет богомола хуй его знать, серьезно. Но паук точно. Бабочка, насекомое, паук. Вот вроде бы стаблок такой, да? Ну, вроде бы... Поясни за паука. Ну, возможно, еще богомол, потому что я не знаю, честно. Ну вот, я... Блять, опять зарядка упала, тварь! Ну, я сразу ответил, потому что я разбираюсь в данном вопросе. Вот. Я все знаю на этом свете блядском. Давай, паук, хули. Ислам! Ислам! Что быстрее, 100 км в час или 30 метров в секунду? Я ебу, 30 метров в секунду, это логично. Вот, бля, даю 30 метров в секунду. 10 тысяч на 360. Давай считать метры. Это можно считать? Тут будет одно и то же. 1700 метров в минуту, это получается 1,8 километра в минуту. Пусть будет 30 метров в секунду быстрее. Да это логично же. Ислам. 30 метров в секунду быстрее. 108 километров в час. Значит, быстрее 30 метров в секунду. 30 метров в секунду. 30 метров в секунду быстрее. 30 метров в секунду. 30 метров в секунду. Сейчас я прибавлю. Очень интересные вопросы. Где это находится? В жопе! Ой, блядь. Это знаете, где находится? Памятник, вот эта русалка, по-моему, даже называется. Екатеринбург. Если это не так, то мне похуй, ислам. Одесса. Нет, ну жди, чего? Ну, в российском примере точно. Я в душе не ебу, реально. Сидит на камне. Правильно, блин, чуваки, я сам очень долгое время сидел на камне, я вам не советую. Я не бываю за границей. Я не знаю. Не, это точно СНГ, вот отвечаю. Блять! Да я знал, мне вообще похуй. Узбекистан, да. Ислам. Вы заметили, тут два ответа Дания. Мне очень не нравится это. Это я, это Чайковский, да? Нет? Я какое знакомое лицо. Бля, я с ним вот недавно бухал, реально. Блять, я сейчас скажу, кто это. Либо этот, ну, под Чайковский, да? Либо, кстати, Никола Тесла похож. Во, мне начали писать, да, это Никола Тесла, да! А я думал, реально Чайковский, вот, блядь, вот хоть убейте нахуй. Да, вот пишет правильный ответ, это Ильич с Литл Бига. Никола Тесла. Смотрите, как могу пальцами делать. В третьей эпичной битве победу одержали школьники. Ха-ха, фу, позор. А там дальше будет? Газ, у Эрика не тронут, то есть у меня выше... Не, это мы пропустим, конечно, я просто комментировать даже не хочу. После 9-го класса 2 года назад. Я закончил в 16. Я тоже закончил. Я тоже. Получается, 12 лет, ты можешь не говорить так, чисто 14 лет назад. Давно. Хорошо ли вы учились? Я охуенно учился. Я не знаю, я отлично учился. Сейчас я водички попью, с вашего позволения. Я отлично учился, у меня реально 5. Вот, бля. Знаю, бальные танцы начали. А
Я думал, наркотики, кстати. Нет, наркотики, кажется, что... Ну, блин, вам тоже нравятся эти ютуберы? Кто это вообще? Это же не блогеры. Кто это вообще? Не лезьте, блядь, в ютуб. А, 10, нормально. Не из факта, что я все знал. Украинец, я сразу видно. Остались ли у вас школьные? Конечно. Что, в чем, блядь, сомнения, нахуй? Конечно, остались, блядь. Вы видели, у меня голова какая огромная? Я, блядь, разбираюсь. Какие-то. Да, я до сих пор знаю, как на биологии на последней парте рыгать на уроке. Ха-ха-ха, рыгать. Сейчас мы это проверим. Сколько на Земле материков начинаются на букву А? Хуйна! Извиняюсь. Материков. Два? Спорим, два, пацаны? Материк — это не то же самое, что континент. А, блядь, ах ты, сука. Да... Ну, мне как бы... А, три. Три, ребята, три. Антарктида, Австралия. Австралия, Африка и все. Австралия. Какая Америка? Там же Северная Америка начинается, я прав? Ну, типа, я тоже хотел сначала сказать Америка, но потом они же, типа, Северная Америка начинается на С и Южная Америка. Вот. То есть, получается, Африка, Антарктида, Австралия, все. И Азербайджан, кстати, еще. А, я могу сказать просто цифру сейчас. Один. А, ух ты, нихуя, почти. Антарктика, Америка, Африка. Ну, три, давайте, три, скажите, что Данила прав, и дальше пойдем. Ну, наверное, считается Америка, Америка, потому что она... Ислам. Нет! Австралия, Африка, точно. Опа! Опа! Африка. Америка, Африка. Четыре. Четыре. Получается четыре. Пять. Чё вы охуели? Я вам ебальники расшибу. За что? Пять. А, слушай, объясните, почему пять? Они Америку почитали в итоге или нет? Повезло. Они же объяснят? Ну-ка. Америки, Северная и Южная. Чё? Так начинается наоборот, начинается с буквы С и Ю. Сначала идет Северная Америка, Южная Америка. Это ж пиздеж. Не, ребят, это бред ебаный, клянусь. Ну типа, ну это же, ну это, не, это пиздеж. Сами посудите, типа, ну как, Америка Северная, так же не говорится. Всегда говорилось Северная Америка, Южная Америка, типа, ну... Блять, и они это посчитали. Остальном я прав. Я считаю, что я прав. Мне похуй. Сколько хромосом? У меня 47, ну а так 46. 42. Ну 42 тоже зайдет, в принципе. Я знаю людей, которые 42, им нормально живется, в принципе. Хромосом сколько? У меня две хромосомы, ребята. Это 24, почему это крутится? 24, короче. 24. Я не помню, то ли 32, то ли 36. То ли 32, то ли 36. Я тоже не помню. Смотря что считать здорового человека. 4 получается. 64. А 46? Да, я угадал все. Я просто в один момент почитал комменты. Но я... Вы свидетели, я ответил 46. Но в один момент я чекнул комменты, и какой-то удот написал 48. И я такой, подожди, нахуй, а может все-таки 48? Не, я знаю прекрасно, блядь, я идеальный. О-о-о, это было рискованно. Я сейчас тоже оборжусь. Самый маленький океан на Земле. Самый маленький индийский? Индийский вроде бы. Нет, сука, нет, неправильно я уже сказал, блядь. Объеб. А какой, блядь? Маленький, хорошо, блядь, линейкой, что ли, нахуй, осматривать мне, или океаны ваши? Индийский же, нет, подожди, да! Я не знаю. Я не знаю. Атлантический, я просто не помню атлантический, типа, насколько. Ну, либо индийский, либо атлантический, согласны, блядь? Ислам, короче, да. Ислам. Маленький показался тебе. Индийский.
Подождите, есть новый океан, южный вечный. А, стоп, есть же еще ледовитый. Если нет, не, северный ледовитый, он здоровый, ты еще. Это индийский. Индийский. Ладно, я согласен с тобой, Костя. Индийский океан. Индийский должен быть большой, там много, рядом много индусов, они должны где-то купаться. Северный ледовитый. Северный ледовитый? Можно я карту открою? Я об этом подумал, но типа, он же огроменный. Ну-ка, блядь, карта. Карта мира, блядь. Я сейчас нахуй сосать у вас всех буду так, что вы реально, ну, потом поймете вообще, вот, член моча. Вот у нас тихий идет. Вот, ну все понятно. Ну, можете просто вот взять, мне наебало насать. Но! Смотрите, какой. Вот индийский. Вот северно-ледовитый. Я хуй знаю, типа, как. Просто он здесь такой кругленький, а здесь он вот где он заканчивается, где начинается. Можно мне, пожалуйста, на лицо насать? И я запутался от того, что я вот этот спутал с северно-ледовитым, так что я и так не прав. Но мне похуй, на самом деле, я и так знаю все. Северный ледовитый океан, северо там ледовитый, наверное. А, северный ледовитый, послушайте, северный ледовитый. Северный ледовитый. Какая планета находится ближе к Земле, Венера или Меркурий? Вот можешь про космос меня хоть целый день спрашивать, я тебе ничего не отвечу, идиот, блядь. Я в душе не ебу, где находится... Меркурий и так далее. Я никогда это не изучал, мне это вообще не интересно, блять. Я знаю, что Солнце, оно ярко и светит, и на нее через телескоп смотреть нельзя, блять. То, что глаз горит. Все, максимум, что я знаю, мне этого в принципе достаточно, я рот ебал. Мне тут подскажут Венера. Вот, Венера, ребята, такая хуйня, лучше, ну, предохраняйтесь, реально, страшная вещь. Вау. Смотря в какой. Потом реально мирмистин, на мирмистин будете все деньги тратить, так что. Ну, с Венерой реально поаккуратнее, мои золотцы маленькие. Привет, мой типа 2, я не помню. Ислам. Я ему, короче, принес плату от гитары. Он сказал, можешь ходить на астрономию, просто до конца года так не ходил ни разу. Зависит от конкретного. А Меркурий, кстати, это сорт легалайза был такой. Ну, типа, ну, это легалка, это такая, это самая... это синтетическая трава, вот, от которой люди умирали. Вот, Меркурий. У него дочери даже на стене висит последовательность. Понял? От Солнца. Девушка занимается астрологией. Угу. Понимаешь, если мы видим Венеру, то, скорее всего, она может быть даже дальше. Венера. Я тоже не зря не ходил. Венера. Ебать, они так выдыхают, как будто это вопрос, знаешь, типа, их маму в заперти держат и говорят, ну, типа, если не ответишь правильно, убьем, блядь. Венера. Ну, девочки, конечно, вам... Ладно, я не буду шутить. Венера. Венера. Да, вот у меня уверенно. Марс и Венера, они по бокам. Сколько периодов таблицы Менделеева? Сука! А периоды это вертикально, горизонтально? Вот сейчас вот... Семь. Скажите, что... Или девять. Или девять. Ислам, короче. Ну, типа, это вот так вот, которые идут, по-моему. Это, по-моему, горизонтально идут. По-моему, их 7. Все начали писать 7, так что, походу, я прав. Мне мама на скамбинате работает, и мне нужно было какого-то оксида говна принести. Оксида говна? Я принес 5 литров канистру, и мне поставили 7 баллов за четверть. Не знаю, 50? Первый период, второй период, третий и четвертый. Всего 4. Ледниковый! Ха-ха-ха! Период, поняли? 5. Ну скажите, что я прав и все. Я за 8, это более как-то математически. 4? 7. Я же сказал, что я химию знаю, нахуй. А вы базарите тут. В какой стране находился колосс Родосский? Кто это? Кто такой колосс? Кто, блядь? Колосс Родосский. Я в душе не ебу. Не знаю, это все не в России, так что мне неинтересно, блядь. Вот. Если, ну, я так сказать, высказал свою позицию по поводу вот этих Европ, вот этих всех Америк. Мне не особо интересно. Наверняка Рим какой-нибудь или Греция, блядская, я уже не знаю. Это польская фамилия Родовский.
Колоссы похожи на римскую хуйню. Я просто не знаю, честно, я типа не в истории не. А я сказал Греция или нет? По-моему, я сказал Греция. Так что я клевый. Ребята, вы можете просто вас просят, типа, кого вы смотрите там, ну, слушаете, там, смотрите на видеоплатформе YouTube, вы скажете самого умного на свете человека Данилу Лукашина. Он даже тех вопросов, которые нихуя не разбирается, он все равно разбирается. Вот там-то и дело. Колоссы, ну, наверное, Греция. А, Греция. Греция. Что на Родосе. Он стоял одно из чудес света. Вот так у него бритая подмышка. А, да? А, очень интересно. Радиоактивным элементом. Конечно. Является. Вопрос подвохом. Скажите, что нет, блядь. Ну, наверное, вопрос подвохом, реально. Но я знаю, что капля фосфора, и, ну, у тебя реально ебало разнесется просто вообще. Там, по-моему, блин, если я не ошибаюсь, грамм фосфора может полгорода убить. Что-то такая хуйня, я помню. Ой, Ильдар тут, привет, Ильдар. Ты помнишь, поотвечаешь со мной на это самое? Я всегда думала, что нет, но как это вопрос под воротом. Ты хочешь сразу так? Нет, не является лошадь. Я каждый день ел его ложками. Я однажды завтрак дочку своим фосфором кормлю. Мне кажется, нет, я думаю, да. Давайте да. Да. Фосфор. Хуйна! Извиняюсь. Но хомы. Шараут. Я еще примерно помню, что фосфор вроде бы не находится там, где металл радиоактивный. А, ну понятно. Ну просто вообще, ну может мне ебало разнеси за эту хуйню. Вот. А, его разновидности могут разнести, типа, да? То есть его разновидности. То есть, ну, блять, они. Ну, короче, я считайте, что я прав. Вот. Но я же сказал правду. Да, я говорил про какую-то разновидность, да, фосфора. Вот. Для меня фосфор весь один. Нет. Ну, фосфор не является радиоактивным элементом. А поэтому он руки прожигает? Но он ядовитый, да? Он ядовитый. Ну, кому из русских поэтов принадлежат слова? Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Пушкину, Некрасову или Гумилеву? Я не знаю, поэтом может и не быть. Кто такой Гумилев? Я, конечно, извиняюсь. Мне, возможно, стыдно отчасти, но я не знаю. Давайте Некрасов. Некрасов, Пушкин как бы вряд ли об этом писали. Так что, наверное, но Пушкину реально похуй, знаю, наверняка. Но я понятия не имею. Гумилев. Давайте Некрасов. Еее! Блядь, я такой умный. Не, я знал, ребят. Ну, типа, ну, по факту, реально. Я, типа... Ну, если реально по факту смотреть, я разбираюсь даже тех вопросов, которые... Ну, это реально, это либо, ну, Гнойный сказал, возможно, обалбиск там на слово СПБ. Тю, конечно же, Некрасов. Тю! Наверное, Некрасов. Ясно, правильно. Назовите любые два языка программирования. Ой, блядь! Ну, я... У меня, короче, братишка программирует. Какой-то там C++, да, есть. И, допустим... PH что-то там. Ну, я типа не разбираюсь, я просто сказал. Ну, я C++ и PH что-то там, вот такая хуйня. Это как минимум. Их там дохуища. Ты точно помнишь, блядь, а чего не отвечаешь ты? Паскаль. А, Паскаль еще, да, вот я знаю. C++. Питон, Турбо Паскаль. Питон, кстати, это вот, ну, ну, это ко мне реально, потому что, ну, бля, я про хуй хотел пошутить по поводу слишком. C++, PHP. Во-во, PHP, вот, я же сказал PHP, во. PHP, я тоже, ну, понимаете, я просто на каждый вопрос отвечаю, потому что я гений. Как называется обратная величина, так, как называется величина обратное сопротивлению? Блин, знаете, я еще не кого-то знаю. Ща. Величина обратное сопротивлению. Сука, сейчас они начнут писать, блять, в этот. Я хочу просто быстрее чат. Блять, Паскаль начали писать. Ну все, идите нахуй. Можно, пожалуйста, мне нахуй это самое не подсказывать? Пожалуйста, дождитесь моего ответа. И потом уже пишите всякую залупу, пожалуйста, ладно? Так, стоп, подожди, обратно сюда. Я же должен это знать. Напряжение.
Напряжение, кстати, у меня, Эльдар, когда я на тебя смотрю, вот ты сейчас чатики, вот прям реально хотел сказать очень давно. Эмоциональное напряжение обратно пропорционально сопротивлению. Значит, сила тока. Хотя что я сижу вот это и думаю, типа я знаю, пас. Ой, у меня была тройка по физике, к сожалению. Я знаю, я знаю. Проведение. Про какое проведение? Мероприятие? Нормально он его, бля. Бля, вы еще даже неправильно в чате ответили. Я мог на это ответить. То есть, блядь, я думал, что все начали писать какую-то залупу, типа Паскаль и так далее. Я подумал, ну, наверное, это ответ правильный. Я уже, ну, типа объебался. Если я правильно отвечу, то все равно уже мне подсказали. Бля, ну вы пиздец, конечно, удоты. У меня, короче, ребят, ну реально, ну читайте книги там, вот. Читайте книги, образованием занимайтесь, я в шоке с вас, реально. Таких элементарных вещей не знать, ужас, блядь, позор. Как называется материал, на котором папирус, блядь? Материал, на котором писали в древние... Да? Я же не ошибаюсь? Папирус. Ну все, блядь. Папирус? Папирус. Папирус? Папирус. Типа папирус, да? Ну, написали на папирусе, по-моему. Согласно закону Ома, если напряжение увеличить, то что произойдет с силой тока? Бля, лампочка так ёбнет, если напряжение увеличить. Так, что произойдет с силой тока? Да я ебу, чё я себя умного строю? Сила тока должна упасть. А что одна физика пошла? Можно нахуй там по химии что-нибудь там? Ну, не знаю, по литературе. Большой бадабум. Сила тока уменьшится. Сила тока не изменится. У меня рука затекла, пиздец. Пропорционально. Увеличится. Давайте увеличимся. Я хуй знает. Ну это логично, да, но, блядь, я просто жду подвохи одни и все. Вот тут мне стыдно. Вот до этого мне не было. Вообще, ну смотри. Друг от друга физические и химические явления. Вау. Че, блядь, нахуй? А можно, можно нормальные вопросы? Вот до этого мне не было. Чем отличаются друг от друга? Чем отличаются друг от друга физические и химические явления? Ну, смотрите, физические явления у тебя реально, ну, просуха растет там. Реально, ну, ебальник можешь кому ебасос разбить, реально, чтобы галоши разлетелись. А химическая, ну, химка не стоит вообще упарываться, такая залупа, реально, там печень рушится, желудок. Вот, ну, кукуха может поехать, так что, пацаны, аккуратно. Вот. Друга физические и химические явления. Вау. Это физические процессы. Это, в принципе... Ну, от химических, блядь, я не знаю. Ну, что за вопрос? Ну, может, конкретики какой-то. Я ж не знаю, блядь, типа... Какие явления? О чем он? Реакция. Вот это, реакция, это к Юлику, блядь. Какие реакции? Ну вот химия, да, физический ожог, химический ожог, бля. При физических молекулы остаются в том же виде, в котором они были. Химические изменения состава внутреннего вещества физические, как правило, не задействуют. Блядь, видите, очень логичные ответы, очень логичные. Я, блядь, я ж хуй знает, типа... Которые мы не можем увидеть между собой элементы внутренние. Реакция. Не появляются новые элементы. Расшифруйте экономическую аббревиатуру ВВП. Ну, это типа связано с бюджетом, типа государства. Ну, а так это по факту реально, вот, ну, не будем скрывать, Владимир Владимирович Путин, это все знают. А так внешне видеопамять, бля... Внутренний, пишет, валовый продукт. Да, ребят, это внутренний валовый продукт. Вы что, дебилы, блядь? М? Идиоты, что ли? Я реально, я хуй знаю. Давайте посмотрим, вот, сделайте ваши ставки. Ну, не на Тингсбет, блядь. Кто еще пошутит про Владимира Владимировича Путина? Смотрите, по-моему, у создателей канала реально какие-то проблемы с постановкой это самое, слов. То у них Америка северная, то у них валовый внутренний продукт. Ну, короче, странные залупы. Внутренний валовый
Да все, мы поняли, что все умные, а не я нет. Вода у моря или на горе? Че, блядь, а? Где быстрее закипит вода у моря? Да, блядь, одинаково, я же, ну... У моря. Сейчас там, знаете, ответ будет, типа... у моря волны есть, которые костер потушат. Я, блядь, даже не удивлюсь, нахуй, если такой ответ будет. А, так одинаково? Море, что ну, блядь, это же, типа, нагреваться. Ниже. А тепло, оно всегда уходит наверх. Ну да, ну да, правильно сказала. То на горе, потому что она... Из-за давления, думаете, типа, что-то будет? Мне, ну, мне реально как бы похуй. Нет, там холоднее. А, может быть, это с давлением связано? Да, давление. Да, давление, думаю, получается, меньше давления на горах. И как это связано? Да никак, блядь, одинаково, это же костер, блядский. У моря? Ну, у моря приятнее. Я сейчас обосрусь от этих шуток, блядь. Сказать, что у моря. У моря! Значит, наверное, на горе. Хорошо, почему на горе? Мне объяснят? Надеюсь, это связано с давлением. Скажите, пожалуйста. Короче, на горе должно быстрее закипеть. Допустим, на горе. Сколько весит кубометр? Блять, даже не объяснили. А вот ебет вас, что ли, нахуй? На горе и все, я так решил, блять, пиздец, нахуй. Я говорю, я ждал ответа, знаете, типа, что море может потушить костер. Или там на горе холодно, это вот такая хуйня. Воды при нормальных условиях. Сколько весит кубометр воды при нормальных условиях? При нормальных условиях. Ну, при нормальных условиях я сразу говорю, что, ну, типа, ну, подростки воровать меньше начинают, грабежами заниматься, в принципе, вот. Больше самообразованием там. С кубометра воды, не знаю. Сейчас я буду говорить, что килограмм. Представим. Ну, метр на метр, да? Типа. Ну, вот у меня перед головой, перед глазами есть этот квадрат, да? Кубометр воды. Вот. Я, блядь. Не знаю, наверное, считать надо. Я что-то, знаешь, как бы рот ебал. Не знаю, блядь, килограмм 5. Я размешивала не при нормальных условиях. Я не знаю, что. Я даже не знаю. Тонна, короче. Нихуя себе, понятно. Я не знал. Ребят, первый вопрос, где я признаю, что ну да, я не знал. Одну тонну. Строят условия, ты должен весить тонну. Одна тонна. Тонна? Тонна. Сколько щупалец у осьминога и кальмара? 8? Ну, типа, осьминог, нет, я... Ну, осьминога 8, тут ладно. Ну, да. Он осьминог. А, и кальмара, у них же, типа, одновременные? 6, давайте 6. Осьминога, нет, погоди. Ну, типа, 8, наверное. 7. 6! 8, типа, осьминог. 6! 8. Все пишут 8, видишь? Но вы видите, что они отвечают 8, а это неправильно. Осьминог, очевидно, должен иметь 8 или 7. Ну да. Кальмара, не было ли у него сок 12 или 10? Он же типа этот самый. Ну тоже 8. У одного из них должно быть 8, у другого 7, либо у обоих 8, либо у обоих 7. 6, ребята, 6. Кальмара, кальмар меньше. Ты представь, кальмара... У него не 4 щупальца, это точно. 21, 16, пишет, 16, 14. Калимар. Ебать, 1xbet ставки. Опа, скажет 5. Это единственное, что я буду утверждать точно. У осьминога 7, у кальмара 8. Это кальмар как выглядит, он кушает. Нормально, нахуй показала. 4. У осьминога 8, у кальмара 10. А, понятно, блять. Тогда, там вопрос так поставлен просто. Ну, просто это так поставлен вопрос, смотрите, типа, сколько щупалец у осьминога и кальмара? Я лично подумал о том, что, ну, типа, осьминога и кальмара, это как, ну, под одну. То есть у них, ну, якобы вопрос подразумевает то, что у них одинаковое количество щупалец, да? Вот, и поэтому они спрашивают, ну, сколько у них там, типа, это самое? Ну, вы поняли. Вот, поэтому я, ну, ждал одну цифру. Правильных ответов дал сам. Какую-то хуйню спорол, но вы поняли. Ютубер, я просто только проснулся. Ну, они знают, что я смотрю, что ли? Блин, очень приятно, ребят, спасибо большое.
Это про меня сейчас. Как давно вы закончили школу? О, Букер. В 13-м году. Это тоже рэпер. В 2011 году. Ну, Козырный уголок точно рэпер. Вот точно. 15, нет, 19 лет назад. По-моему, 2011. 2009. Ну, короче, давно. Это все с 9 классов. Пошел в колледж. Бля, Паша, флеш крутой. Я охуенно учился, чувак. Я идеально учился. Я потом, когда закончил, всех учил. Ну ты же рэпер. Как вы думаете, у вас остались какие-то школьные знания в голове? Нет. Блять, спорим, что Илья Соболев будет вбрасывать всякие шутки, прям не смешные, типа там, ну вот прям вообще дикие. Вот, блять, вот 100%. Думаю, да. Какие-то точно. Ну, я тебе посмотрел, эти форматы, я такой. Да не, вроде серьезный он. Это я знаю, поэтому давай попробуем. А, нет, я еще знаю, что у меня. Вот берешь ножик и жвачки присохшие от линолеума. Жвачки, я понял, очень круто. Из школы мало чего запомнилось. В плане дисциплин больше я помню. Боль внутри меня, это все минор. Просто посложнее, чем обычно. Оба, вот это ко мне, наконец-то. То какую-то хуйню страдаем, реально. И так все вопросы знаю. Назовите столицу Румынии. Легко, назову. Я не знаю, честно. Но это реально сложно, very hard. Прикол в том, что я лечу туда, типа, на работу через 2 недели, не знаю, Будда, билеты, что-нибудь. Нет, Братислава, не знаю. Я хотел сказать Болгария, Ну да, почти. Мне не стыдно, если что. Там замок Дракулы, по-моему, нет? Забыл. Бухарест пишет, ну, наверное. Брудершафт. Это хорошая шутка была. Я остановился между Будапештом. Где Илья Соболев? Ну, да, вы правы. У меня самые умные подписчики. Бухарест, Польша. Бля, как я прям, я изи читается. Древностью лет, свободной жизни их вражда непримирима. Суждения черпают из забытых газет. Времен Очаковских и покорения Крыма. Из какого... Сука, Крым не трогай, блядь! У литературного произведения это цитата, и кто... Да мне похуй, ты Крым не трогай, ладно, блядь? Чё, блядь? Вот. Это не Бородино ли? Мы не проходили, я не знаю. Это не Бородино ли? Смешно, 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 смешно! Времен Очаковских и покорения Крыма. Хотите шутку? Андрюша не мадрук, он же с Украины. Произведение это цитата, и кто ее произносит? Про покорение Крыма. Такое не проходили, я не знаю. Горе от ума, да? С прошлым годом. Это русское, да? Ну нет, это написал Шарль Перро. Ну вас Крым наш, да. Антон, из произведения Булгаков. Давай в Пиле Чехов. Это смешно. Там, по-моему, проблема поколений, да, если не ошибаюсь? Отцы и дети, типа? Да. Это не горе от ума, либо я думаю, да? Это не горе от ума? Ебой! Часки? Да. Ну вот, работаем. А, Часки. Кто это? Это... Блять. Пушкин. Блять, готовьтесь, подождите, я перемотаю даже, готовьтесь. Пушкин, Евгений Онегин. О-хо-хо-хо! А что там? Стоп, 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 что за вопрос? Какова площадь России? Ой. 100. Подожди, нет, 16, что-то там миллионов квадратных километров, что-то такая залупа. Ребят, вот сколько площадь Земли? Вот представьте, вот столько же и площадь России. Вот вам ответ на вопрос. Даже боюсь в этих, в пределах ошибиться. 100 миллионов квадратных километров. Площадь России. Не знаю вообще. Ну я помню, что это где-то, типа там, ну может 15-16 там. Не, мало. 600, 546. Много? Не-не-не, я говорю, вот сейчас увидишь. 18 тысяч километров, ну это, наверное, очень мало. Не, не 18 тысяч километров. Ну вот типа, может 18 миллионов километров. Вот пишут ребята, 17, видите? Я же сказал. Миллионов. Я не знаю точно. Квадратных километров? Ну не, надо прикинь, типа 2 миллиона квадратных километров.
Отвратительный географический вопрос. У нас была жуткая учительница по географии, честно говоря, которая очень любила на уроках рассказывать про свои проблемы. Бля, жиза, а у нас, короче, учительница по музыке пропагандировала ислам. Серьезно, она, типа, говорила о том, как, ну, типа, какой... Не, я ничего против не имею, естественно, но не на уроках же музыки. И она очень дико верующий человек была, настолько, что, ну, типа, мучила всех этим. Вот, и на полном серьезе у нас на уроках музыки мы говорили... Ну, как, она говорила об исламе, об Аллахе и так далее. Вот, ну, и, короче, это очень странно было. Дочь надо воспитывать и так далее. Знаешь, Порша, да никто не знает, что за вопрос интересный вообще. Ну, примерно вот такая. Давай это будет 14 миллионов квадратов. Я же сказал, видите, ближе всех. А по факту, сука, я ближе всех. Блять. 16. А говорите много, я же сказал. 16 штук. Ой, я не могу еще обосрусь. Это крупнейший на земле замкнутый водоем. Да я в душе не ебу, блядь. Замкнутый водоем. Но я вообще достаточно замкнутый. Вот. Не знаю, блядь. В душе не ебу. Не знаю, я говорю, это по брейку разбираюсь. Потом? То есть ваша концепция сделать сложный школьный вопрос. Хочу попить воды. Нет. Пусть сейчас остановит. Почему? Ребята, вы не могли бы, пожалуйста, когда Илюша Соболев шутит, вы все будете смеяться в чате, прошу вас. Каспийский пишет груз. У-у-у. Я хотел бы назвать Байкал, но все-таки скорее из формата школьных вопросов. Это же озеро. Каспийское море все-таки. Доедешь, пиши. Я сначала хотел сказать, но я же говорю, я... Да-да-да, брат, я тоже хотел сначала сказать Каспийское море, реально. О-о-о-о-о-о. Stop flexing, please. Извиняюсь. Иду на сцену. Как называется самый населенный город в мире? Ой. Азиатский, Пекин. Ну это типа логично, что... Это Индия. Где-то в Индии, да? Скажите да. Окей. Было бы забавно, если это Мехико, тот город, с которого я прибыл совсем недавно. Относительно Токио. Наверное, что это Китай. Пусть будет... Пекин. Ислам. Пекин? Гонконг? Точно не Пекин, это в Индусе где-нибудь, я вот точно говорю. Ну вот у них там. На западе загнивающем. Шанхай. А Шанхай это Китай, скажите? Походу да, я ошибся. Ну это Азия. Шанхай это там. Шанхай, да? Китай. Машина. Сори. Назовите 5 царств живых организмов. Я правильно буду говорить, если там типа травоядные, да? Типа там, ну, не, лучше так, птички, да? Вот, млекопитающие, птички, вот, рыбки, насекомые, вот. Что там осталось у нас? Подождите. Ну, птички, рыбки, насекомые. Я забыл, блядь, что я там еще перечислял. Блядь, подождите, давайте заново. Я правильно начинаю? Чего вы ржете, блядь? Вирусы, грибы. А, вы про это, нахуй, живых организмов. Ну, это вы, сука, тут все в чате живые организмы. Я понял, это типа... Пишут грибы. Да иди нахуй. А, ну да, логично. Грибы, точно. Грибы, птички, животные, рыбки и, блядь, растения, нахуй, бактерии, блядь. Ну это вы тут все живые организмы, понятно, нахуй, блядь. Животные, растения. Кстати, главное животное это я хочу подметить. Я молодое животное. Камень, ножницы, бумага. Ну, короче, вы видите, что я начал перечислять и уже забыл. Так что я путаюсь. Я забываю. Я проснулся только, так что сорян. Вот если бы вы мне дали передышку, ну, не передышку, а время на, так сказать, разминку, ну, своего головного мозга, да, ну, чтобы я немножечко там, ну, размял смекалочку, так сказать,
Вот, немножечко, ну, так сказать, потрошил свой интеллект, вот, то я бы, я бы смекнул, смекалочкой, вот, и, ну, короче, я бы все отгадал. Растения, грибы, вот растения, например, относятся к этому? Бактерии. Ну, я главное растение, реально, грибы, прям тут. Грибы. О, грибы. Овощи, растения. Растения. А, я вот про птицы, рыбы, я ошибся, да? Животные. А, животные. А, бактерии. Бактерии. Да, 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 я понял, я ошибся, хорошо. Бактерии. Вирусы. Вирусы? Да. Это отдельно? Поэтому бактерии, вирусы. Троян там, да. Персы. Османская империя. Королевство кривых зеркал. Король лев. Симба. И колода карт для королей. Назовите первых 5 простых чисел. Простых чисел? 1, 2, 4. Это 3 уже. 4. 4. 8. 8 и... ну и так далее. Я вам что, блядь... ну вы поняли, что такое простые числа. 1, 2, 3, 4. А, кстати, а 0 считается или нет? Я хуй его знает. Правильно ли? 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1. 2, 3, пишет 5, 7, 9. Ну, наверное. 0, 1, 2, 3, 4. А, это про считание. Ну, зачем? Мы же это. 1, 2, 3. А где? А с чего ты взял, что? Хорошо, 3 простое число. Что за хуйня? Это код моей карты. Получается 2, 3, 2. Получается 2, 3, 5, 7, 9. Ну и так далее. Я правильно? Вот так надо, да, правильно? Я тупой. Можно ли я пин-код с простыми числами? Мы на себя не единицу. Число формально, число 1 делится на себя на единицу. Поэтому его надо отнести числа. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 3, 7. Потом... Так я правильно или нет? Двойка, так. Потому что делится только на себя на единицу. Тройка делится на себя на единицу. Так. Пятерка. Ну все, все. Я поправился, заметьте, заметьте. Дальше, по-моему, 11. Блядь, нет, я 9 еще засчитал. Ну, я ваш рот ебал. Вы вообще себе тут просите простые числа, понятно? 109, 112 и 100. Посмейте за меня, я устал. Чем измеряют вес? В килограммах. В граммах. В еде из Макдональдса, наверное, типа. Вот. В килограммах, тоннах. Ну, это вопрос подвохом, точно, да. Граммах? Я понятия не имею. В центнерах, блядь. Вес – это сила, которая действует. О, в чем вес, сила? Соответственно, она измеряется в ньютонах. Вы что, тут все умные? А вы тут, наверное, смотрели все, поэтому все пишут правильные ответы, типа, дохуя умные, да? Вам совесть, у вас есть хоть какая-то? Вес измеряется на рынке. Я не могу, пожалуйста, посмейтесь еще. Чему равняется ускорение свободного падения на поверхности Земли? На поверхности Земли? Это же не этот самый 3,14... Да, 3,14. Вы, если нет, то, сорян, я физика, нет. Не знаю. Ну, типа, 3,14 это же ускорение свободного падения, точно. Это число пи. Вот. Если нет, то срен. 9,3 или 9,1, что там вот такое. Это хрень, как у меня. Это вовсе бы 2,1, бутер тупой. 9,8? Ну, сорян. Я реально это не знаю. Я даже из себя не строю, между прочим, там. О, типа, я знал, да хуя. Не, я не. Метров в секунду. Блять, точно. Я знал. 9,8. Километров в час. Формулу корней квадратного уравнения. Формулу корней квадратного уравнения? Ох, сука, вот здесь, блядь, я чё, нахуй, я школу закончил в 83-м, блядь, откуда мне знать, нахуй. Формула корней квадратного уравнения. Давайте попробую. 2а в квадрате плюс 4... Блядь, а в квадрате плюс 2аб залупа пенис... Хорошо, а...
А плюс Б в квадрате плюс, бля, я ебу. Нашел, что спросить. Да-да-да. Б в квадрате 4 АС. Опозорюсь конкретно, потому что я точно хорошо знал. А Х в квадрате... Да я даже не учил. Да, короче, такие вопросы придумали. Что я должен быть умницей и умником? Красава, красава. Чего вопрос про вес так обидел, а? Я вообще не знаю. Плохо знаю точные науки, но судя по вот этому вопросу, я очень плохо знаю все науки, абсолютно. Я когда к репетитору, меня ругали родители, я вполне большой ничего не понимал. Я пришел сдавать экзамен, и подобный пример я решал на подготовке. Просто я все то же самое поставил и совпал. Ну да, да, и такая хуйня. Не, реально, то же самое. Пишут А плюс Б в квадрате равно 2. А плюс 2 А в квадрате плюс 2 АБ плюс Б в квадрате. Я помню, что это примерно, это знаешь, это как слушать песню спустя 10 лет и такой, а, я ее, по-моему, слышал, чувак, я, мне это нихуя не дает. Но ты блеснул смекалкой, поэтому ты выиграл в нашем конкурсе ежедневном. Хочу напомнить, что у нас есть ежедневные конкурсы. Вот. Вот. Так сказать, блеснул смекалкой, вот, и ты выиграл в нашем ежедневном конкурсе талантов, вот, и я хотел бы тебя поздравить, собственно, с этим, вот, скинь, пожалуйста, свою почту, мы туда, абонентский ящик, мы туда отправим корзинку с фруктами, наша редакция, так сказать. Чувак, ты, нет, можешь не скидывать свой абонентский ящик, ты все равно объебался. А это формула, я помню, я когда ее первый раз увидел, я такой, блядь, что это? И все, я больше после этого ее не видел. X равно 4 плюс 2. Ну, пожалуйста, посмейтесь. Какого государства не имеет прямоугольной или квадратной формы? Опа, вот это интересно. Какого государства не имеет прямоугольной и квадратной формы? Спорим, это государство какое-нибудь, знаете, Балабицк, которое находится на востоке Европы. Я в душе не ебу, типа. По форме тряпки? Серьезно? По форме тряпки? А что? Я не знаю. Ребята, у меня сейчас скипнется прямой эфир через 2 минуты. Я его перезапущу, хорошо? Вот, так что... Ну, сейчас эфир завершится, уже 1.5 минуты. И вот. Я не знаю, блядь, честно. У тех, у кого нет денег на нормальный флаг, наверное, на Африка. Уругвай, то есть, будет какой-нибудь... Треугольную форму имеет какой-то. В Африке что-то, да? Ну, то есть, если это будет какой-нибудь Эквадор... Да-да-да-да. Так и будет, блядь. Треугольный, да, допустим? Непал, вот эти горы, да? Непал? Что это такое вообще? Это что, блядь? Это обзывательство? Это, блядь, Непал звучит как, нахуй, рэперский никнейм фрешмена, там, типа, Янг Непал, Лил Непал, блядь, вот такая хуйня. Это просто ответ сразу, да я боюсь просто фейл, слив. Флаг квадратной стороны. Сколько человек убил Родион Раскольников? Так, через 50 секунд я закончу эфир. Вот. Сорян, час прошел. Вот. Нихуя, все запотело. Что происходит? Вот, я закончу эфир и перезапущу его. У меня телефон так нагрелся, что обжигает руки. Пизда. Непал, блядь. Ёбаный рот. Напридумывали хуйни всякой. 20 секунд заканчивается эфир, и я его перезапускаю. Бля, такое доброе утро, охуеть. Надо каждое утро так проводить с пользой. Все, 10 секунд, завершаю. Давайте я прямо сейчас перезапущу. Вот. Нет. Я тоже вот смотрю «Борьба умов», вот, на данный момент. Тоже хорошо справляюсь. Я реально, я все помню с школы. Вот что не спроси, я все знаю. Я думаю, что изменилось в худшую сторону. Более самокритичным стал, когда я был свежее. Я надеюсь, очень. Я не помню уже, что такое сильно, что такое кость. Да, достаточно.
Только не говорите, китаец отупел, мне тут не так. Я только из биологии помню, свой пестик тычинка. Сейчас мы это проверим. Поехали. Назовите два любых произведения Александра Сергеевича Пушкина. Блять, сложно. Ну, допустим, «Узник» и «Медный всадник», ну, к примеру. Ну, «Узник» — это когда сижу за решеткой в темнице, сырой, скорбленной неволе, орел молодой, мой грустный товарищ, ну и так далее. Рот меня ебал тот товарищ. Вот. И, ну, если этого достаточно. Тут же два? Вопрос. Помню. Пушкина. Я вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Ну да, Евгений Онегин еще. Ну не, куча. Ну я типа, я сказал два. Евгений Онегин. Лукоморье, дуб зеленый. Лукоморье, дуб зеленый. Стихотворение про кота, который вокруг дуба ходил. Блин. Опа. И ступор. Ты стри богатыря. Александр Сергеевич, что? И еще этот... Сказка... Ненавижу Пушкина. Вот, блять, вот меня могут сейчас осуждать очень много народу, скажут, что я быдлос. Я, в принципе, отрицать не буду. Но, блять, Пушкин, ну вообще все, что он делал, так испортили школьной программой, заметьте. Типа, какой бы он там, я, естественно, не знаю, какой бы он там не был идеальный поэт, да, умнейший, там, легендарный, гениальнейший. Всех людей, вообще всех людей, все население России, там, СНГ, заставляли учить его стихи против их воли. И, типа, ты не вдохновляешься им, и ты его ненавидишь, блядь, после этого. Вот, так что, сорян. Царе, Султане, и так далее. Ну, Султане, да, царе, вот, тоже хорошее произведение. А мы ничем не блестим, хоть рады вам и простодушно. Литературу я не люблю вообще. Они до сих пор угадывают, блядь, я заебался уже ждать. Давай курс, не могу вспомнить. Стыдно вам? Пардон. Ребята, так не надо смотреть. Пушкина мы знаем от и до. Блин, забыл, ей-богу, ну. Полностью Белкина и Евгений Ленин. Как и Есенина, Маяковского, Лермонтова. Да, 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 серьезно, да. Там чудеса, там лето. Сделай погромче звук телека. Не вопрос, братик. Сейчас все намутим, реально, все сделаем в идеале, блядь, организуем, все нормально. Лысый из Бразерс. А, это он, Лиза. Да, типа, которого Лысого из Бразерс называют? Бля, логично, да. Кто написал «Горе от ума»? Тургенев или Гоголь? Ни тот и ни другой. Это же Грибоедов, нет? Должен быть вопрос по дрохам. «Горе от ума»? Достоевский вообще. Ну, Грибоедов, я же не ошибся, блядь, потому что... Какой нахуй Тургенев, блядь? И какой Гоголь, нахуй? Разве кто-то из них? Гоголь, конечно. Ответ не знаю, но буду... Написал, что там Тургенев. Вот в этом классе я как раз ушла. Куда? Гоголь. Пусть будет Тургенев. Гоголь. Нет, не Тургенев и не Гоголь. Грибоедов. Грибоедов. God damn right. Все вопросы будут такие, да? Какая из этих стран не относится к Южной Америке? Перу. Блять, а что вообще в Южной Америке находится? Я в душе не ебу, блять. Чили, Кот-д'Ивуар, Эквадор. Не знаю, Перу, наверное. Ну просто... Ну давайте... Чили, кстати, соус очень острый. Блять. Не знаю, либо Перу, либо Чили. Я, не... я сразу обозначил границы, да, я не разбираюсь в ваших Америках, вот, мне неинтересно. Последнее. Давай, Эквадор. Ну, сейчас я наугад скажу, Кот-д'Ивуар. Окей. Кот-д'Ивуар, это Африка. Я вообще третьего названия, если честно, не знаю. Пиндюа, наверное. Кот-д'Ивуар. Вот это Кот-д'Ивуар? Кот-д'Ивуар. Да, Кот-д'Ивуар. Я этого не выговорила, поэтому я выбрала Эквадор. Как называется отрезок, соединяющий центр окружности сферы с любой точкой, лежащей на окружности? Ой, обожаю геометрию. Поехали, блядь, сука, она мне, блядь, в кошмарах снилась. Хорошо, как называется отрезок, соединяющий центр окружности или сферы? Радиус. Радиус, радиус, господа, это радиус. Я сразу же сказал, как только узнал про соединяющий центр... Братан, отрезок это мой пеструн, реально. Я не знаю. Имя. Отрезок от километра, шаришь? Бабки. Женщина. Доска.
Гипотенуза? О, гипотенуза тоже хороший вариант. Мне нравится эта идея. Радиус. Вот это школьные вопросы. Кстати, вот это реально школьные вопросы, а не какая-то залупа. Радиус. Чему равна половина диаметра окружности? Половина диаметра окружности. Блять, тоже радиус. Типа... Половина диаметра окружности. Ой, диаметр, блядь. Не знаю, типа дуга какая-нибудь, блядь, залупа. Я вообще не писала круги, поэтому не ходила. 180 градусов. Радиусы пишут, да? Но я, а я сразу... Заметьте, я первое, что сказал, это вот, вот этот ответ. Так что я был прав. Угу, угу. Ты сердце, 180. Я угадал. Радиус. А я, заметьте, я сразу, я первый нахуй вариант, я сразу же сказал. Все, понятно? Я гений, гений. Реально гений современности. Рожденный богами, блядь. Сколько грамм в одном центнере? Оба, вот это хорошо, вот это хороший вопрос. Не ебу. Не знаю, блядь, сколько грамм. Реально, весы на смуту носить, ну реально западло. Реально, перед барыгой неудобно потом. Блядь, не знаю. Я реально, я не барыжил никогда, вот. Поэтому не знаю, в граммах не разбираюсь, блядь. Пишет 1 килограмм. Сколько грамм? 1 килограмм, да? Ты шо, глупый нахуй? Ну, 1 центнер это 100 килограмм. Да фига. А центнер это сколько будет? Не знаю. 10 тысяч. Ой, сейчас скажу. Если, один, если он не напиздел, и 1 центнер это 100 килограмм, я просто не знаю, то тогда ну, пишут 10 тысяч. Ну идите вы нахуй, нахуй меня опережаете, блядь, в вычислениях. У нас тут. Я не помню, что такое центнер. 10 тысяч? Я не знаю. Да я не удивлен, солнышко. 100 тысяч. Бля, я видел этот видос. 100 тысяч. 100 тысяч. Получается 100 тысяч. 100 тысяч. Что находится в центре планеты Земля? Экватор? Что, не знаю, экватор или ядро. Блядь, в центре, в смысле, нахуй, уточняйте вопросы. Либо ядро, либо экватор. Ядро, наверное, я не знаю. Ядро. Я просто показывают, они показывают картинку. И типа в центре, ну, блядь, я поэтому сначала экватор пизданул. Но потом я поправился и сказал очень умно, да? Ну, за что меня реально зауважали сейчас в чате, я смотрю. И? Ядро. 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 Эквалайзер. Эквалайзер. Как считают металлическое ядро. А на самом деле, да, на 12 километров нашего эфира, вот и Мурманска, да, 12,5 дальше не могли пойти. По одной причине. По какой? Что случилось? Не пустили. Испугались. Ну, это правда. Как это возможно быть? Вы это знаете. Где находится самый okay. большой лес в мире? Большой лес в мире. Ну, это, естественно, у нас. Но как он называется? Марийские леса? Нет. Да, нет. А что у нас, блядь? В жопе. Ну, а, вы пишете в России? Так видите, вопросы такие неуточненные, блядь, я... Ну, типа, я раз... Заметьте, раз я начал вспоминать название леса, да, то значит... Ну, это Россия, вот. Ну, типа, я начал сразу про Россию думать, так что я правильно ответил, до вас, понятно, сусать. Амазонки. В Канаде. В Канаде? Считается, в Южной Америке Амазоны. Ласки. В Новой Зеландии. Южная Америка, тропики. Самый большой лес в мире в России. Тайга. Ну в вот. России. В России. Самый. В России тайга. Как зовут первого человека, ступившего на Луну? Блять, ну это пиндосы вот эти вот противные. Я даже на их имена не хочу запоминать, вот эти пиндосы. Какой-то там Б на Б что-то там, дай в очко его. Ты его там не было. Вот его там не было, да. Либо русский нахуй, либо никто, ёпта. Ну, Леонов вступил. Не Ламстронг, вот я слышал это имя, но я не знал. Сориан.
Ну это, ну это, вот это... Это певец? Это музыкант? Ну, сорян, это пиндосом мне неинтересно. Ой. Ну, по-моему, в космос улетели русские первые, Гагарин, 12. Думаешь? Да не, нихуя. А, ну, американец первый, нет. Может быть, у меня еще никто не был? Нет, был. Блин, не знаю. Я хочу сам на Луну слетать. Кто-нибудь Армстронг? Ну, фамилия Армстронг, короче. Нил Армстронг. Армстронг. Пишет Путин, да, вот это правильный ответ. Чем больше всего знаменит Николай Коперник? Душе не ебу. Джордано Бруно и Коперник. Вот что-то у меня это... Он про Землю сказал, что она круглая. Земля, звезды, она круглая, не на трех слонах, насколько я помню. Он был спекулянтом. Да, да. Серьезно? Я знаю, чем больше всего знаменит Николай Соболев. Своими пиджаками. А вот ты, дорогуша Соболева, блядь, не трогай, понятно тебе? Я как бы тут сижу, нахуй, наблюдаю. Ты давай с выражениями поаккуратней. Уф, блядь, я сейчас чуть реально не сорвался вот пяткой вперед, вот так вот, нахуй, в монитор, блядь. Каперсы, это единственная ассоциация. Это не какой-то убийца серийный? Да, убийца. Волчанин, наверное, понял. Чем знаменит пишет своей личности, вот это хорошо. Солнце вращается. А планета вращается, ну тебе типа достоинство. А, ну похуй. А, ну да. Такой из элементов не является. Опа, поехали! Литий, калий, цезий, кремний. Вот калий мне больше всего нравится, потому что от слова кал. Не является щелочным металлом. Обосытие... Но не бейте, по-моему, кремний, если я не ошибаюсь. Потому что, блядь, да он не щелочный. Если это вообще металл, блядь, по-моему, металл. Да, металл. Ну, короче, по-моему, кремний. Калий. Цензий. Ни один не щелочный, а этот самый. Щелочный. Я сейчас должен на звездке одну секунду перевести. И шкурный металл. Литий, калий, кремний, щелочный, цензий. Казий. Можно так собаку назвать. Эй, Кази, иди сюда. Третье. Ну, калий, он вообще не металл. Кремний. Сосать из чата лохам. Кремний. Ну, это помада. Чему равен возраст Земли? А это был же вопрос, да? Что-то там 17 и 1 миллиардов лет. Да, что-то такое? 100 миллиардов лет. Ну, типа, сорян, вопрос продублировался. 5 миллионов лет. Ой. Давай, 17,1, 17,1. 40 миллионов 437 тысяч 241 год. Пиздобол. Возраст у твоей мамки. Миллионным нулям. Возраст Земли. Тут же еще один динозавр жили. У меня точно не было тогда. Ну, значит, с того момента, как родился Иисус. И потом еще какое-то время было. Это про площадь России. А, да? Блядь, ну, ребята, типа, я не знаю. Да, вы тут правильно написали, сколько Путина, столько и Земли. Я просто... Сколько лет Путину? Напишите, пожалуйста. Все. Сколько... Логично, 2018. Что, дурак, блядь, еще ебанутый. Логично, говорит, 2018. Ну, это вообще хорошо. Это площадь России. Хорошо, извиняюсь. Я дико перед вами извиняюсь, я перепутал цифры. Все. Что, доеблись до меня. Не знаю, вот сколько Путина, столько и лет Земли. Да, плюс еще лет 2000. 4018. По-моему, хорошо. Более 5 миллионов. Хорошо сказала. Несколько миллиардов лет. Это 6-7. Ну, считается 4-5, 5 миллиардов. Как они выглядят? Нихуя Путин взрослый. Это интересно. Да, вот мне тоже интересно, как. Какой континент расположен на южном полюсе Земли? Какой континент расположен на южном полюсе Земли? Ой, Антарктида! Вот, да, блядь. Внизу, который синенький, этот, я даю всем в рот. Подожди. Антарктида, Арктика? Южный полюс. Арктика будет. А, тут? Типа это... Антарктида. Ну, сосать всем лохам из секретной дачи Путина. Какой континент расположен в южном полюсе Земли? Дача Путина. Сука, ебать, я выпал. Ну, короче, вот, всем сосать из чата, кто неправильно ответил. Сорян, конечно. Кто пытался меня запутать.
И меня не запутаешь, я реально гений в современности, вот, лидер мнений молодежи, вот, так сказать, блеснул смекалкой. Секретный дача. Какого произведения является Раздамона? Да я ебу. Типа, это такая хуйня, которую, ну, все знают, а вроде и всем срать. Вот. Я хотел вот, ну, ввести вас в курс, а мне тоже как-то похуй. Вот. Какого произведения Дездемона? Ну, вот это молилась на ночь, это залупа. На ночь, без Демона. Без Демона, говорит, без Демона. Блять. Ну, я тоже молился без Демона разок. Вот, на секретной даче Путина. Он вам не Демон. Вот. Это Навальный. Там Навальный писал эту хуйню. Говорит. Марина снята на ночь, Дездемона. Ну, видите, это все знают, но никто не знает одновременно. Вот такая хуйня. Ну, блин, ну что это за подстава? Дездемоночка. Это же Отелло? Я не знал, честно. Я вообще не знал. Отелло. Какой буквы обозначает силу? Отелло? Отелло? Какую букву обозначает силу? F. Да? F, по-моему. Силу. Какую букву? F, по-моему. Я просто физики вообще ноль я, полный. Блин. Я, ну, по физике реально что могу, но, типа, реально что знаю, идеально. Это как в ебасос, ну, так, ну, реально с разбегу в ебало сунуть, чтобы нахуй так, ну, чтобы человек упал, а галоши на месте остались. Вот это я по физике разбираюсь, ребята. F пишет правильно. Ох, да, сука. А сила? Вот видите, вот это реальный школьный вопрос, а здесь вообще легко. Е, F. Да, точно. Ты бой. Сила F. 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 Назовите псевдоним политического деятеля Сталин. Ленин? Типа... Ну, Ленин это псевдоним, я просто хуй знаю. Ну, Ульянов, это же Ленин. Или Ульянов. Но он умер уже, да? Давай, ну, давай Ленин. Нет, давай Сталин. Давай Ленин. Да, Лея. Бля, ну она вообще, конечно, молодец. Соболева оскорбила, сама ничего ответить не может. Сука, а вот Соболев умный. Ленин. Ленин. Кем был Михаил Иванович Глинка? Я папа. Это же писатель. Ну, если не писатель, то мне похуй. Вот, так скажу вам. Я не знаю, кто такой Михаил Иванович Глинка. Гринго. Чуть еще одну песенку, пожалуйста. Я не знаю. Не, Глинка, я знаю, что такое существо. Блять, он композитор, композитор. Убейте меня по голове, он композитор. Я же в музыкальной школе учился, он у меня на портрете прям на фортепиано висел. Композитор, 100%. Наверное, это... Да, и в чатике пишут. Глинка? 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 А, композитор. Ебой! Композитор. Композитором. Он писал музыку. Композитор. Прошу прощения. Перед собой, наверное. От какого языка произошло слово алгебра? Греческий. От латинского, наверное, что-то. Греческого, да. Ну, считается, что Римская империя, но... Греческого. Алгебра. Греческий, наверное. Латинского. А, от латинского, да, скорее всего, нет? Греческого. А я просто, ну, как бы, реально рот ебал, вот реально, мне неинтересно. Наверное, это все-таки латынь. Сделал вид, что чат, типа, не смотрел. Так, тут тебе пруфанут, что я сижу целый час, и когда я подсматриваю в чате, я и говорю, что я подсматриваю в чате. Я реально, типа, я еще пруфанул, ну, типа, когда я поправил себя как композитор, я сказал, что откуда я его знаю. Когда я учился в музыкальной школе, вот, у нас в каждом кабинете висели черно-белые портреты великих композиторов, и там был Глинка. Вот так что, ну, как бы, ну, не мог бы ты, ну, реально соснуть. Вот. Латинского, алджабра из арабского. Алджабра, точно. Сори всем, арабским братьям. Да, брат, не вопрос вообще, ничего страшного. Этот вопрос я задаю нашим участникам, потому что они живут в Латвии. Как зовут нынешнего президента Латвии? Это... Блять, я знаю, ребята. Самый трудный вопрос.
Это тот чувак, которого мы видели один раз, скорее всего, когда он поздравлял всех с Новым годом. Че, они не знают, кто их президент? Ну, вот мы знаем Путин. У них наверняка тоже Путин какой-нибудь. Ну, такой, знаете, Путин для бедных, типа. Мы никогда не видели, и с крысой никогда не увидим. Глубоко зажигаем. Скорее всего, это не туп. Ну, знаете, Путин наоборот, бля. Нет. Не туп. Подожди. Я даже не знаю, кто выглядит. Вейонис. Они не знают реально, кто у них президент. А в чем проблема? Вейонис. Вейонис — это фамилия? Ой, Раймон Вейонис. Вейонис. Больше всего правильных ответов дала Нина. Данил Кашин. Взрослые и молодые отвечают на школьные вопросы. Трамп. Как давно вы закончили? Давно, школу? Брат. В 64-м году. Учился хорошо, все. Почему одни и те же вопросы задают? По-моему, там одни и те же люди даже сидят. О, блять, я... Блять! Я два ответа запалил. Извините меня, пожалуйста. Вот. Остались школьные знания? Да. Нет. Да, остались. Нет. Все остались. Блин, я запалил два ответа, дико перед вами извиняюсь. Ой, я вот смотрел, ну, сам для себя запалил, вам вряд ли видно. По ютубере там, типа, отвечать на школьные вопросы, на самом деле, да, тяжело. Но... Можно я не буду отговариваться, скажу одно, я учился в узбекской школе. Возможно, у меня будут проблемы с узбекской. Ой, давай, давай, братик, не пиздеть, ладно? Я тоже учился в татарской школе, ничего, нормально. Земли находятся... Южный полюс! Я подсмотрел, сорян, извините, пожалуйста. Южный полюс! Точнее, я перематывал, все, больше не буду перематывать. Я перематывал и случайно запалил. Зеленый. Южный, Южный полюс. Антарктида. Да, Южный полюс. Антарктический. Кстати, я бы так и так ответил, потому что был вопрос в прошлом выпуске, типа, какой континент находится на Южном полюсе, я отвечал Антарктида, потому что я так и так был ответил. Как это называется? На Южном. Антарктида, Южный полюс. Южный. Южный. Кто написал стихотворение «Бородино»? Блять, Лермонтов. Да? Это я тоже подсмотрел, извините, пожалуйста. Дико перед вами извиняюсь. Пушкин? Дедушка ведь недаром, типа вот это вот. Да-да-да-да, недаром, брат, да. Ну все, не стыдно. Скажи-ка, дядька ведь недаром, Москва спаленная пожаром, подсозывала дома. Да, вот недаром. Не, в узбекской школе такого не учили. Ну не Пушкин, да? Тогда вот еще такие. Недаром помнится Россия по день Бородина. Да мы поняли, что ты знаешь. Лермонтов. Дико извиняюсь, я подсмотрел, реально. Я бы даже, наверное, не отгадал, клянусь. Возможно. А возможно, я отгадал? Тысячу умножить на тысячу. Миллион. Сто тысяч. Ну, это же логично, типа, просто берешь плюсики. Ой, ну как меня учили, когда я маленький был. Берешь нолики и переносишь, типа, и все. Вот. Ну, когда умножаешь там 10, 100, 1000, миллион. 2 миллиона. Возможно, 2, да. Ну, 1000 добавит еще 3 нуля. 100 тысяч или миллион? Я за них задумался об этом. 6 нулей, 1000, 100 тысяч вроде. Вообще не знаю. Ну, а нулей прибавлять миллион? Да, ну его нахуй эти нули прибавлять, брат, я тоже не хочу. Пиздо. Миллион. 6 нулей, миллион. Миллион? 3 нуля, 3 нуля, миллион. Назовите температуру кипения воды в нормальных условиях. Кипение воды больше... Блин, не знаю, 40 градусов? Не знаю, честно. Может, 50 градусов. 100 пишет. 100 по Цельсию. Ну, 100, окей. Кипит 360 градусов. Опа, хорошо. Вот это хорошо она предположила. Высоты, да. 99 или 100? Ну реально 100. 100 градусов. Да блин, они все рандомно говорят. Особенно она. Ну, наверное, как бы 100 градусов. Наверное. Что измеряется в фаренгейтах? Температура, ну типа... Ну это же такая единица измерения, как Цельсия, только фаренгейт. Все. Не землетрясение, но... Ну да, возможно, землетрясение, брат. А фаренгейт, это, думаю, что-то... Плохо помню. Я не знаю, воздух? Ну да, воздух измерял. Я вот недавно воздух измерял, пиздец, воздух подскочил в последнее время, бля. Там реально сейчас 2 Фаренгейта, раньше один был. Температура? Изи, бля. Ну это реально школьный вопрос, это легко отвечать, реально приятно. Температура? А то столица, блядь... Какое преступление совершил Родион Раскольников? Он убил свою бабушку! Он убийца! Убийца! Родион Раскольников убийца!
О, хорошо сказал, но... Я не знаю, что это за люди. Я знаю фараона, что он сделал 5 минут назад. Фараон. Убил бабушку. Опа. Ну я бы сам ее убил, она такая еще была. Как называется треугольник, у которого один из углов равен 90 градусов? Тупой. Да, тупой же, блять. Подожди, тупой это больше 90 градусов. Прямой. Прямой угол. Равнобедренный. Да, блять. Равнобедренный только треугольник бывает. Подожди. Ну, прямой. Треугольник. Бля, братан, не катит. Вот твой ответ реально не катит. Треугольник. Ага. Возможно. Подожди. Я знаю, вот видишь, я математику хорошо учил. Умничка. Прямоугольник. Ебой! Прямоугольник, да? Правильно? Фу, слава богу. Назовите страну с самым большим населением в мире. Китай. Ой, да, Китай. Индия. Россия. Брат, конечно, Россия. Но все думают, что Китай на самом деле, а так по факту реально Россия. Мы реально больше всех. Китай. Вот это реально школьные вопросы. Китай. А у меня в чате школьные ответы, поняли? Химический элемент во Вселенной. Самый распространенный химический элемент во Вселенной? Кислород? Или водород, кстати. Водород. Я уверен, что это водород. Кислород. Ну, H, который. H2O. Нет, воздух. Вода. Воздух или вода? Огонь, земля, воздух. Водород. Ебой. Водород. Бля, пацаны, загибайте пальцы, сколько я угадал, в конце посчитаем. И сколько получится, столько я раз сяду на бутылку. В прямом эфире через 90 лет. К какому космическому телу относится слово протуберанец? Ну, я реально, я когда реально нахуярюсь домой еду, я такое космическое тело в такси. Бля, пиздец, мне один раз такси водитель Вилли домой, до дома дотащил. Ну, это давно было, но, блядь, вот реально, я потом, короче, ему чаевые оставил, вот, большие очень. И еще ему на номер написал, что спасибо большое. Куда? Так что я такое же космическое тело. Я в душе не буду, мне астрономия вообще не интересна. Я не знаю даже, где Венера находится. Я знаю, что такое Венера, что это опасно и, ну, типа... Ну, типа, надо запастись миром Вестином, если у тебя Венера. Вот, а так я реально хуй знает. Ой, это же пел Валерий Леонтьев, танец, протуберанец. Я не знаю. Ну, я впервые просто слышу это слово. Недавно по темкам гоняли меня. Земля. Следующий. Что? Ну, конечно, солнце. Да похуй. Или это название? Солнце? Назовите самое быстрое наземное животное. Это я. Когда магаз закрывается, когда пиво не купишь, бля. Я на самом деле вообще давно пиво не пил, и я не буду пить пиво, я вообще самый клевый. Быстро наземное, ну типа какой-нибудь гепард, ну скорее всего это не так, и какая-нибудь, если логически подумать, то скорее всего кто-нибудь подводный, типа, ну вы поняли, вот. Ну кто-нибудь подводный, я хуй знаю. Я уверен, что это с подвохом. Вы пишете гепард, я сразу сказал, что это гепард, возможно. Мне кажется, нет. Какая-нибудь хуйня, типа, это подводная. Не гепард, леопард, или... Я реально, честно, не знаю. Леопард. Леопард. Да, не знаю. Тигр. Рысь. Господи, может быть... Но если это будет гепард, то это слишком... Леопард. Да, это слишком просто было. Да. Это слишком просто. Гепард. Мы бежим с тобой, как будто от гепарда. Как зовут высшего руководителя Северной Кореи? Ким Чен Ын. Северной Кореи. Не знаю. О, Ким... Кир Хурсан. Ким Чен Сан. Подожди. Ким... И как ты его... Ким... Я не помню, да? Ким Чен Ын. Я не говорю по-корейски. Оооо! Ким... Ну, конечно, знаю. Ну, как ты его спали, ну, такой чувак. Ну, наш любимый. Ким Чен Ын. Ну, их там много было, Ким. А, оказывается, Ир в конце, а не Ин. А я всегда думал Ин, прикиньте. И все люди, я смотрю, начали писать в конце Ин. Ха! Ну вы и необразованное быдло, блядь, ужас. Ребят, мне за вас стыдно. Такие вещи не знаете. Вот пишет Ким Чилен, вот это да. Ким Чен Дыр. Ким Чен. Ким Парчир. Я еще обосрусь от смеха вместе с тобой, аккуратно. Ракета, ракета,
получается? Мы засчитали ответ Ким Чен Ир. Это предшественник лидера серии Ким Чен Ина, который правит с 2001. Чё? Чё? Я даже не знал, господа. Вот это... Извините, пожалуйста, за мое ругательство про это самое вас в чате. Это было некрасиво с моей стороны. Я буду, ну, работать над собой в дальнейшем, вот, чтобы впредь таких ошибок не повторялось. 11-го года. На какие вопросы отвечает родительный падеж? О, ебать! Сейчас скажу, кого? Чего, блядь, кого? Кому, блядь? Вот такая хуйня. А кого чего? Кого чего? Ну вот вы поняли. Кого, блядь? Да, чего, ебать? Вот такая, вот такие вопросы. Родительный что сделал? Родительный что сделал? Родила, хули? Ну что делает человек родительный? Родительный, понял, родительный падеж. Кого, блядь, чего, нахуй? Русский пришел, да? Иван родил девчонку, родил. Кого чего? Родительный, то же, кого? Кого чего? Кого чего? Кого чего? Кого чего? Я не знаю, я просто родился гением. Вам нужно привыкнуть, привыкнуть к этому, что я реально родился гением. Энергия согласно формуле Эйнштейна. Я ебу! Силы, о, сейчас я скажу, блядь, рандомно. Энергия равна... блядь, сопротивление тока трения половыми губами. Я ебу об швабру. Я честный, это физика, я сорян. Пишет, Е равно МЦ2, что МС квадрат... Е равно МЦ квадрат. Че, идите нахуй, блядь. Да придумывали буквы какие-то. Работа на что-нибудь там. Не знаю вообще. Я в душе не ебу. Я первый раз вижу эту формулу. Е равно МЦ квадрат. Возможно, возможно. На каком материке находится Мексика? Северная же Америка, да, она же граничит. Северная Америка. В Америке находится Мексика. Южный Дэвид. Я бы тоже ляпнул Южная Америка, но вы же шарите, что Трамп, когда пришел к власти, он, я не знаю, построил или не хотел, ну, или хотел построить, точнее, он хотел, построил или нет, стену, чтобы иммигранты с Мексики к нему не бежали. Так что логично, что это находится на одном материке с США, соответственно, Северная Америка. Я бы, не, я их не осуждаю, я бы тоже такое ляпнул, типа. Бля, ну вот это вообще, ей атас вообще, ей пизда реально, голове ее пизда просто. У нее там Антарктида. Мексика, Северная Америка. Америка? Северная Америка. Ну на самом деле мне похуй, потому что это Америка, все, что касается Америки, мне не интересно. Мне только интересно Россия, там, ну Путин, там, Росгвардия, вот это интересно, а так мне не вообще похуй. На Америку вот это... Она все равно, хули про Америку вопрос задавать, она все равно сгнила почти. Сколько заповедей в Библии? 7. Не читал. Ха-ха. Ой, подожди, 7 или 9? Скажите, что 7? Да мне похуй, 7. Я мусульманин, не знаю. Я мусульманин. Ну, это красиво, красиво. Пацаны красиво съехали. 12? 10 все-таки. Ну, сорян, я просто не, мне похуй. Я не православный вообще нисколько. Хотя очень долго крестик носил. Меня очень много, кстати, спрашивали. Я раньше, помните, на всех, ну, на роликах, на видосах, на стримах я с крестиком сидел. И очень много людей бомбили, ну, вот реально православных людей бомбили о том, что я крест ношу, хотя я не православный. Вот, если, ну, вам интересно, он не, блядь, как это называется, не освященный крестик. Ну, короче, это просто как побрякушка серебряная. Вот, мне зачем-то ее купила бабушка, реально, на мой день рождения подарила бабушка. Ну, мне понравилось, потому что прикольный, оригинальный подарок. Вот, я начал этот крест носить на шее. И он, типа, оказывается, у православных правильно, типа,
когда ты берешь просто крест, его еще нужно нести в церковь, его там что-то там, ну, типа, вы поняли, типа, там, короче, освящают, типа, я не знаю, как это происходит, этот ритуал, вот, но просто, короче, а если его не осветить, то это будет, ну, простая железяка, вот. Мне очень много писали, угрожали, обижали меня из-за того, что я носил крест. Вот, чтобы вы знали, если есть люди те самые, которые не написывали, вот, он не освященный, надеюсь, вам станет легче. А заповеди, кстати, 10, и вы нарушили все, когда мне писали, гниды ебаные, что вы тоже сдохли нахуй. 10 заповедей. С какими странами граничит Латвия? Я ебу, блядь! Да, не знаю, там, Россия, Эстония, вот. С чем она еще граничит? Я честно не знаю. Финляндия там. Латвия, Эстония, Литва, Россия. По-моему, Польша, нет? Эстония, Литва, Россия, Дания, Германия, Лусия. Россия, Эстония, Литва. Ну, вроде бы три. Эстония, Литва, Россия. Ну, все, все. Швеция. Нет, все, все, вот эти вот три страны. Эстония, Литва. Россия. Беларусь пишет. Или с Польши, нет, в Польше через Литву. Погоди. Россия, Литва. Я лучше с Россией говорю, что все. Красава! Россия. О, красава, Россия. Россия хорошо. Ну вот, сорян. Эстония, Литва. Эстония, Литва, Россия, Беларусь. У нас Эстония, Россия, Литва. Что-то еще? Подожди, нет, я вспомнила, там еще Беларусь. А ну вспомни. Победила команда взрослых, набрав средний... Победил Данила Кашин, это факт, реально. Ебать! 17 миллионов просмотров! Нихуя себе! Воу! Нихуя! Это реально, это что-то прям жуть, ребята, это же пиздец. Давайте такой вопрос из школы проверим, да? О, сейчас Коля на все ответит, спорим? Я отгадал, да? Ютуберы отвечают на школьные вопросы. Как давно вы закончили школу? Брат, давно. Короче, я бы перемотал, но я не буду перематывать, потому что там зеленым, ну, типа, когда ты начинаешь перематывать, у Ютуба выскакивают окошки, типа, видосы, которые, ну, вот этого вы поняли, по тайм-кодам. И я там случайно палю эти самые правильные ответы на будущий вопрос, поэтому не буду перематывать. Сейчас будем отвечать на все. Не помню. Так давно, что уже забыл. Бля, давно, да, брат, давно. Очень давно. Очень. 11 лет назад. 11 лет? 15 лет назад. 15! Я закончил школу 5 лет назад. Надо было ответить 10. В 2009 году, то есть 7 лет назад. Вау! 3 года уже как? Мы ой, Ивангай! Закончили. Обалдеть, это настоящий Ивангай! Ой. Вы хорошо учились? Охуенно, я отлично учился. Я в 9 классе все экзамены сдал на троечок. Ну, конечно, если бы там на уроках заставляли китайские телефоны в руках крутить и толкать его учителям, тогда бы вообще все сдал нахуй. Так себе. Плохо. Но я был хорошистом и неплохо сдал ЕГЭ. Да я не удивлен, Коленька. А, бля! Бля, хотел перемотать случайно. Нет, не перемотал. Это что, допрос? Хорошист, почти отличный. Я закончил все очень хорошо. Я был ботаном? Нет. Ой, бля. Два класса за один. Я не умел зубрить, но я вроде что-то там соображал и нормально закончил. Как вы считаете, остались ли у вас... Конечно, остались, брат, у меня все остались. Я все-таки должен знать. Однозначно, да. Опять. Ой, я понимаю, я сейчас знаю, к чему ты ведешь-то. Сейчас мы это узнаем. Как называется прямая, проходящая через... Бля, Соболев сейчас сразу отвечать будет, просто префайром нахуй. Как называется прямая, проходящая через вершину угла, делящая его пополам? Это бисектриса. Да? Или гипотенуза? Прямая, проходящая через вершину угла. Вершину угла, делящая его пополам. Бисектриса. Через вершину угла, делящая его пополам. Медиана, по-моему. Прямая, делящая пополам. Господи. Нет, пас. Я учил. Сосредоточься надо. Пускай будет гипотенуза.
Катит. Нет, вот... Ебой! Угол, бисектриса. Просто давайте вы меня будете каждый раз хвалить, когда я угадываю, и все. Бисектриса. Кто написал роман «Отцы и дети»? Но мы на этот уже, по-моему, сегодня два раза отвечали, так что можно я просто пропущу? Тогда, потому что ну, на один и тот же вопрос отвечать заебался. Просто на камеру у тебя... Хотя, блядь, я такой тупой, зачем? Тут же новые люди приходят постоянно, вот. Надо было просто вообще, знаете, типа просто так ответить при фаером, чтобы они такие, ебать, он умный, и даже не знали, что мы просто отвечали на этот вопрос. Вот. Достоевский? Да, Достоевский, пацаны. Даже не буду предполагать, потому что будет еще тупее. Тургенев, ты серьезно? Ой, а ответьте в чатике, кто новенький, ребята. Покажите, смекните это самое. Ну, вы поняли. Ну-ка, скажите вот правильный ответ. Ну-ка, мне интересно. Ну ладно, вы уже начали писать. Тут задержка секунд 5. Температура что... прибывалась незамедленная, поэтому я не знаю ответа. Почему-то мне Тургенев сразу хочется сказать. И это, видимо, правильный ответ. Тургенев. Есенин пишет. Я нашел хоть одного лоха. Озеро самое глубокое. Озеро Кабан, город Казань, блять, нахуй. Я реально один раз в Кабане пьяный. Мы канистру коньяка взяли, я бухал. Вот, а в Кабане вообще лучше не купаться. Но я и полез, у меня ноги не застряли, чуть-чуть не захлебнулся там. Реально, озеро очень глубокое. На самом деле это Байкал, это логично. Байкал. Озеро Байкал? Байкал. Хочешь сказать, я говорю Байкал. Глубоко, ну что будет уже Байкал? Неужели Байкал? Ну давай Байкал, оно же все-таки вроде бы как все-таки озером считается. Перечислите планеты Солнечной системы по мере их... Вот опять Солнечная система, да мне срать, Меркурий... Меркурий, Розенбаум, блять, не знаю, там, Данила Кашин, мне реально, вот эти, астрономия не вообще, блять. Вообще проблемы нет. Ой, это крутой вопрос. О, просто жесть. О, блин, сложно. Оксимирон, да, кстати. Меркурий, Венера, Земля, Марс. Ну да, Марс, Юпитер. Нет, я затрудняюсь, не отвечу на этот вопрос. Марс. Ой, вырежете. Меркурий. Они не вырезали, брат. От Солнца, по-моему, идет следующая Венера. Марс. И там, короче, в конце Плутон. Какая-то Земля. Земля. Так, Луна, Марс. Марс подальше. Значит, блядь, давайте быстрее, следующий вопрос. Земля, что там же что-то есть. Юпитер, Сатурн. Нептун. Это самый Меркурий, Венера, Земля, Марс, пояс астероидов. Ну, наверное, Сатурн, Уран, Нептун. Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Рукоблуд, Саниночка, Плутон, богина. Нет, ты, брат, ты Ивангай, тебе все может. Ты можешь сыпаться хоть на каждом вопросе, ты все равно Ивангай, брат, так что похуй. Все океаны Земли. А, все океаны Земли, окей. Тихий. Атлантический, Североледовитый, Индийский. Так, сколько я перечислил? Тихий, Атлантический, Североледовитый, Индийский. Их 4 же? По-моему, 5. Нет, 4. Окей. Я больше не помню, значит. Хотели показать меня тупым? С меня взятки гладкие. Я и так признаюсь. Средиземный, тихий. Наверняка есть громкий, я так думаю. И средний. Средиземный? Это... Это он сглупил, или я реально не знаю. По-моему, я все перечислил. Атлантический, ядовитый, тихий, индийский. Да, я все перечислил. Ефакбой. Ядовитый, атлантический. Есть. Какой еще есть? Самый индийский. Индийский это океан. Что за Южный океан? Я в душе не ебу. Что это такое, господа? Можете мне мозг не ебать им. Северный ледовитый. Тут написано, значит, вот, смотрите. Тихий, блядь. Индийский, Атлантический, Североледовитый. Все, блядь, нахуй. Я их перечислил, все, доебались. Североледовитый, Индийский. Атлантический, Индийский и Атлантический. Тихий. Черное море. Вот это хорошо, брат. Северный ледовитый океан. Короче, давайте мы будем хвалить Ивангая. Просто всегда. Да, который еще. Какой-то северный. Какой-то вот явный
Брат, реально, какой-то... Не, он почти угадал. Я считаю, что ему нужно, ну, засчитать это все. Вопрос, который я не знаю. В каком океане расположена глубочайшая впадина? Да в Тихом. А знаете, почему я так подумал? Да потому что Тихий, блядь, на пол мира, нахуй. На пол земли, блядь, разложен, нахуй. Естественно, там впадина какая-то есть. Я уверен. Я думаю, что в Атлантическом это Марианская впадина. Нет. Какой-то... Соболев ошибся. Тихий. Тихий. Ебой. Ой, Вангай, красава. Какая самая близкая звезда к Земле? Да вы заебали своими звездами. Ну где это в школе проходит? Скажите мне, вот, ребята, вот кто сейчас учится в школе, скажите, вы проходите эту хуйню? Тогда, если вы проходите, скажите, по какому предмету вы это проходите? Блять, у нас никогда это не проходил. Ну типа... Максимум это планеты, типа, знаете, вот там есть такая Меркурий, блядь, Венера, там Марс, все, звезды какие-то, типа, и так далее. Возможно, Солнце, вот я только хотел сказать Солнце, кстати. А возможно, Солнце, мне как бы реально, ну, как бы, чтобы вы знали, мне как бы похуй. Система не самая близкая. Солнце. Бля, реально Солнце, вот здесь я объебался, реально, вот неудобно стало даже. Солнце. 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 Этот брат азы. Вообще азы. Солнце. Ой, Вангай угадал, ну слава богу. Что означает площадь в геометрии? Площадь это буква S, по-моему. Да, P периметр, S площадь. Вот. Нет. Че, я настолько тупой? Ну, возможно, брат. Серьезно? Сейчас я вспомню. S. S? Ну там. S? О, С, 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 О, С. У мальчика стресс. У мальчика стресс. С, О, С, 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 О, С. Не, П это периметр, а площадь С. О, я вспоминаю все. Ивангай, красава, красава. Сколько звезд на флаге США? 49... Подожди, 50! Блять, короче, там же такая смута была. Я не смогу ответить на этот вопрос, потому что там 50 штатов... 50 звезд, но какой-то там штат то присоединяется, то соединяется. Я повторяюсь, мне похуй, я типа вот это США, Запад загнивает. Но, по-моему, 50. По-моему, 51. Допустим, 48. Мы еще не патриоты, я понять не могу. Но во-во! Допустим, правильно говоришь, Дань? Правильно говоришь. 50? Ууу, блядь! Я вчера проходил этот тест. 50 ровно. 50. 51 должна быть. 36? О, это хорошо. Бля, Ивангай угадал, слава богу. Назовите обозначение золота в таблице Менделеева. Это купрум. Золото, буква С и У такая, типа, как И русская. Это купрум, по-моему. Купрум? Нет? Блять, вот меня сейчас так выебали в жопу. Вот прям реально взяли, вот прям вот так, помазали и всунули, блять. Купрум это, хорошо, купрум это медь, я вспомнил. Аурум. Мать вашу. Суэг. Не, сейчас. Ау. Аргентум. Ау же? Во, вы мне писали. Ау, да. Я клевый. Ивангай угадал! Ребята, Ивангай угадал! Аурум золото, аргентум. Блять, мне придется перезапустить трансляцию, ребята. Вот. Потому что у меня опять осталась минута до окончания. Ну, вы знаете же, да, что в трансляции в Инстаграме лимиты на это самое, на трансляции, короче. Вот, там только час можно стримить. Так что я сейчас перезапущу. А давайте я перезапущу минут, секунд через 15, когда пасу, хорошо? Сейчас я приду. Давайте, сейчас я перезапущу. Ну, либо я прямо сейчас перезапущу, либо 30 секунд, она сама отключится. Сорян. Сейчас я. Серебро аргентум. Блядь, да иди ты нахуй, самый умный тут, блядь, я тебя найду. Я сейчас перепроверю, еще аргентум серебро или нет, сука. Здравствуйте, все, я поссал, я покурил. Вот. Ой. И готов снова ебашить, так сказать. Размял свой мозг, да, вот, ну, так сказать, ну, я же человек интеллигентный, пошли чаю пить из унитаза,
блядь, как меня выпер твой коммент, чел. Чаю. Чаю. Блядь. Давно не виделись. Все, ребят, напишите плюс, кто попу мыл. Сейчас я это самое. Я, видите, вот как стоп был, так и остался. Серебро. Да, блин, не противно отсюда. Ну, короче, золото я отгадал. Вот в Тихий океан. И то не угадал, хорошо. В какой галактике находится планета Земля? Млечный путь. Я вообще хуй знает, откуда я это знаю. Это в своей галактике живу, чувак. Вселенная, я не знаю. Млечный путь же? Ебой, нига, вот! Млечный путь. Это Солнечная система, галактика, Млечный путь. Блин, Млечный путь — это галактика? Это, ребята, это галактика, Млечный путь. Млечный путь? Млечный путь. Бля, Иван Гай угадал, слава богу. Млечный путь должен быть. Сколько граней у куба? Он достаточно... Сейчас я вам скажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть граней. Сейчас спорим, они ребра будут считать. Ну, то есть грани, это же получается вот бока. То есть вот раз, два, вот раз, с одной стороны, два, три, четыре, пять, шесть. А все остальное это ребра. 12 штук получается. Многогранен. Четыре, пять, шесть. Многогранен, да хорошо. 12. Я же сказал, они ребра будут считать. 6. Да, 6, верно. 6. 6? 6 граней куба. 12. Бля, Ивангай, ты знаешь, ты знаешь. Понял. Ивангай знает. 6. Что измеряют в амперах? О, блядь, это же ампер. Сейчас, это силу тока, да? Скажите, что да. Я просто. Это физика, мне сложно. Амперы. Ну, силы. Ну, типа силы тока там. Во-первых, напряжение. Да, кажется, напряжение. Сила тока. Ух, нихуя! Блин, это ну да, это я, ребята. Сила тока? Сила... Да, тут, ну реально, тут сорян. А, сила тока. Тут, ладно, вот тут мне было бы стыдно. Сила тока. Я просто в голове Вастерман сейчас сидит. Кто был первым президентом Российской Федерации? Ельцин! Для меня, честно говоря, они все-таки одинаковые были. Давайте же Брежнев. Какой история России опять. Но Ивангай с Украины, ему можно. Ему можно ошибиться. Ельцин. 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 Ельцин же был. 24 на 7. Ельцин. Ельцин. Кто самый большой хищник на Земле? Данила Кашин. Данила Кашин. Это кит какой-нибудь, бля даю. Какая-нибудь касатка нахуй. Ну какая-нибудь подводная тварь. Вот 100% типа. Я очень много объебывался в школе на этих вопросах, когда называешь типа там, ну... Не знаю, слон, блядь, вот такая хуйня. Я образно. Ну, не слон, естественно. Ну, вот такая хуйня. А на самом деле это что-то подводное какое-нибудь. Ну, реально, какая-нибудь там... Ну, вот... Вы поняли, короче. Касатка какая-нибудь. Это связано с акулой, но вряд ли. Не, птица, я думаю. Я думаю, что это связано с океаном. А, моя мать. Касатка. Лев, царь, зверь. Ну, я уже ошибся. Бурый медведь. Этот самый кит, Касатка. А, кашалот, ну вот, я просто забыл это название. Назовите формулу дискриминанта квадратного уравнения. Легко, ёпта, легко. Ваши дискриминанты вообще... b в квадрате минус 4, а c плюс... Да? b, хорошо, b в квадрате минус 4, а c плюс a в квадрате, допустим. Два, а Б, что-то там. Мне было так хорошо сейчас математика. А, просто, блин, просто Б в квадрате минус 4 АС. Ну скажите же, что я был близко. Я просто, сорян, я слишком старенький, ну, сами понимаете. Возраст у меня преклонный, я пожилой человек, так сказать, не молодой уже давно. Вот, мог и позабыть, вот. Но вы же шарите, да, что я, ну, типа, я угадал. Мимо. Я сейчас просто бегу и заплачу. Я помнил, это как день, как ночь. Меня спросили ночь. Это же было элементарно. Я этим жил в школе, а сейчас с головы вылетел. Ну, понимаю тебя, брат. Ну вот, я угадал, мне похуй. Какие у вас впечатления?
Это ответ? Это вопрос, точнее, сейчас, впечатление. Я знал, ребят, впечатления хорошие, заебись. Ладно, давайте дальше. Ютуберы отвечают... Ебать, а сколько они там наснимали этой хуйни? Вопросы, часть 2. Нет, опять. Унижения пойдут. Опять это. Давай сразу объясним всем комментаторам. Я не учусь в пятом классе, я закончил школу 10 лет назад. Ну да, рассказывай, я же знаю. О том, что вы это только что выучили. Наша жизнь состоит не из этого. Ну да, рассказывай. Очень просто выглядеть тупым в этой передаче. Но у нас не спрашивают. Вот мы, диванные критики, да, так сказать, мы прекрасно все разбираемся. Пойдем снимем шоу. И потом все пишут, я не думал, что он такой тупой. Я, конечно, подозревал, но чтобы настолько, это типа... Брат, про меня так каждый день говорят. Лежит Гренландия. Пошел ты! Гренландия, а это не страна? Я сейчас очень, наверное, тупо сейчас выгляжу, но Гренландия, это же и есть страна, нет? Не, я, возможно, я ошибся, но судя по тому, что заканчивается на «и я», да, давайте думать логически, то мне кажется, это и есть страна. Хочется в рифму сказать «Ирландия». Оу! В Канаде, в Великобритании. Ну, в Великобритании, допустим. Она разве принадлежит к стране? Да. Я без понятия. Нидерланды. Это вообще не страна. А, Дания. Ну, видите, я реально, я не знал. Я просто предположил, типа. Ну, видишь. Что изобрел Томас Эдисон? Эдисон изобрел то ли телефон, то ли радио. Я не помню, Томас, честно. Либо телефон. Какой-нибудь автомат. Автомат Эдисона. Телефон. Ну не лампочку же, это же не он лампочку изобрел. Скажите, что не он, пожалуйста. Электричество. Бля, не говорите, что лампочку, и я сейчас объебался. Не радио. Давай лампу. Ебой? Ну хорошо, это... Если бы я там сидел, да, я бы сказал, они такие, нет, я бы сказал, лампочка сразу же, вот клянусь, я прям сразу такой, лампа! Вот. Потому что у меня был телефон, либо радио, потом лампа выскочила в голове. Сорян. Лампочка. Знаете, над головой такая лампочка чисто. Ну вот, лампочка. Вы поняли. Лампочку. Ну, а мог бы и радио запустить. Кстати, да. Какая планета Солнечной системы не названа в честь древнего бога? Типа Юпитер, вот эти все, да? Ну, Венера, я знаю, есть. Марс. Возможно, Марс. Юпитер... Ну, Марс, допустим, я не ебу, честно. Это опять астрономия ваша блядская, я ее вообще ненавижу. А, Земля все пишут. Блин, ребята, это очень умно. Реально, я не додумался. Земля, ну, да. Да, да, это очень логично. Начинается. Земля. Земля. Земля? Земля не считается, да? Земля. 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 Я тоже думал, что Земля не считается, между прочим. Земля. Поэтому я ошибся. Чему равен квадрат гипотенузы? Опа, вот это поехали нахуй. Поехали, блядь. Поехали. Начал, блядь. Гипотенуза. Давай вспомним, что такое гипотенуза. Квадрат гипотенузы. Площади треугольника? Я не знаю. Квадрат. В квадрате. Двойному катиту. Да ладно, хватит уже. Ну, все. Но тебя гайда не потянусь. Вась, серьезно? Нет. Это сайдер. Не знаю. Сейчас я помню. Катит пишет. Ну, я, если Катит, сумма квадратов Катит, то, чуваки, вот это я клянусь, я первый раз нахуй слышу. Ну, сумма квадратов Катит. Не относитесь к этому так серьезно. Не надо писать. Нет! Напишите, пожалуйста, ему в комментарии, что... Ты не знаешь, напишите. Между какими странами был подписан пакт Молотова-Риббентропа? Между Германией и Советским Союзом. Да? Ты видишь, я краснею и потею сейчас вообще, типа, это... Вот это хорошо было, без бог. Россия и Германия, пусть так. Нет? Советский Союз. Ебой!
Ну реально, я не знаю. Ну вот получилось так, что я родился самым умным человеком на свете. У меня IQ сейчас, ну, допустим, где-то... Ну вот я настолько умен, что могу сам, ну, вот реально подумать, да, немножко посидеть минутку, бля, и понять, что мне, сколько у меня IQ. IQ у меня примерно, ну, сейчас 208-283, бля. Вот где-то так, нахуй. Германия, СССР. Советский Союз? Германия. Фашисты, из сука. Из каких чисел состоит двоичная система счисления? Из простых, да? Да, скажите, что да. Двоичная система счисления. Не знаю, блядь. Ты знаешь слова, которые по-русски не знаешь, что говоришь. Еще раз. 8 и 14. А из каких чисел именно... Блядь! Я не успел! Это, блядь, это компьютеры ваши. Я вообще о другом подумал. Ну, я затупил. Мой IQ 200, я думал, что 283, оказывается, 280, оказывается. Все. Я именно это не знал, поэтому мне в итоге 280. Я вот сейчас понял. 0 и единица. 1, 0, 0, 1. Из нулей, 3 однёрки, 3 единицы, 1. Странные слова. Вы что попроще сделали в этот раз? Назовите первые две цифры после запятой. 14. 1, 4. 3, 6. 3, 8. 1-4, 1-4, после запятой. 14. Ну, все-таки IQ 281 примерно. Опа, я знаю, знаете, короче, раньше было, пока не пишите, прошу вас, я вам расскажу историю, потом отвечу. Раньше было, передавали постоянно по, ну, не знаю, вы, наверное, не такие старые, передавали по икпорту. Эти самые аудио такое, где анекдоты рассказывали. И там, ну вот, и там сбивка была такая, ха! Ну вот такая хуйня, наверняка кто-то вспомнил. Вот, и там, короче, анекдот начинался так, что мама спрашивает у ребенка, типа, столица Аргентины, Буэнос-Айрес, столица Португалии, Лиссабон. И вот так они повторяли постоянно. И поэтому я помню, что Буэнос-Айрес, как это правильно называется. Ну, короче, я объяснил, почему я знаю. Вот, я... А так я в душе не ебу. Ну, мои познания в географии... Во, пишут уже. Буэнос-Айрес. А, Буэнос-Айрес. Вот. Ну, короче, вы поняли. Ну, вы же слышали, как я произносил эту хуйню, так что я... знаю, вот. Аргентина, это звучит как... Я же сказал, Нига. Я не знал, оказалось, Буэнос-Айрес. Ну, жесть. Какой остров на Земле самый большой? Я не знаю. Мадагаскар? Нет? Какие острова еще есть? Мадагаскар же, ну, остров. Он же здоровый такой, блядь. Скорее всего... Блядь, Гренландия. Новая Земля. Заметьте, я быстрее вас, нахуй. Не Мадагаскар, вот начали писать Мадагаскар. Нет, Гренландия. Да. Моя мама на спине плавает в море. Исландия. Байкал. Байкал. Я, сука, да. Знаете, вот мне, я отвечаю, а потом начинают писать, что типа я в чате подглядываю. И если я подглядываю в чате, я сразу говорю, бля, я ошибся. Вот. И знаете, что задержка тут секунд, наверное, ну может 8, типа вот такая хуйня. Так что я уже до вас нахуй ответил, хуй пососите, быдло. Вот. Нет, это что-то подозрительное, я не должен был пройти. Я честно прохожу, я реально, если я говорю не знаю, ну, если я подглядываю в чате, я говорю, я не знаю. Вот как про Землю сейчас был вопрос, про то, что, ну, типа, какая планета не названа в честь Бога. Я думал, пока вы не начали писать, типа, вот, даже сорян. Чтобы измерить силу, надо воспользоваться прибором, который называется... Силометр. Вот, я только хотел сказать силометр, на самом деле, блядь. Ну, это в кек. Чтобы измерить силу. Я не знаю, честно. Ну, это физика. Физика. Что это за прибор? Вольфрам какой-нибудь, блядь. Силу можно высчитать с помощью весов, потому что сила это произведение массы. Я просто не знаю, типа, какой там... Ну, я не знаю. Я с этим говном работал, я на это учился. А школьную программу я не помню. Из какого литературного произведения персонаж Евгений Онегин? Я знаю. Евгений Онегин? Нет, разве? Евгений Онегин из «Героя нашего времени». Евгений Онегин. Евгений Онегин. Евгений Онегин. Знаменитого произведения «Евгений Онегин против зомби». Евгений Онегин.
Самый крупный наземный хищник это... Наземный, во, наземный. Медведь блядский какой-нибудь, бурый медведь, типа такая хуйня. Ну, видели медведя, ебать, я... Крокодил. Медведь? Бурый. Гризли. Красивый. Белый. А, белый. Ну, блядь, вот нахуя я сказал бурый? Я мог скосить на то, что я такой... А, я ж сказал медведь, неважно какой, типа. Так что... Назовите да. Цвета флага Российской Федерации снизу вверх. Я даже скажу. А я правильно скажу? Красный, синий, белый. Снизу вверх, правильно? Я же из Татарстана, я могу ошибиться. О, Татарстан, заебок. Красный, белый. Красный, белый, синий? Красный, синий, белый. Ебой? Красный, синий, белый. Красный, синий, белый. Красный, синий, белый. Красный, синий, белый. А флаг России, если снизу вверх читать, то красный, голубой, белый будет... КГБ, да. Мимоника. Это КГБ. Это слово знали, блин, в своем пятом классе. Чем знаменита фамилия Джугашвили? Тем, что он грузин. Ну, это хорошо. Я в душе не могу. Кто это такой? Блять, это Сталин! Это Сталин! Никто не смог меня никогда выговорить с первого раза. Джугашвили. Это Сталин. Вопросы про имена, это то, что я, типа, все. Не знаю. Смешная очень. Ее стеснялся Сталин. Ебой? А, это Сталин! Сталин. Блять, смешно, у нас поперечного одинаковая реакция. А, это Сталин! Ну, все говорят, что это Сталин. Какие планеты Солнечной системы газовые? Это моя квартира, блядь. Столько пержу. Не знаю, что там. А что у нас газовые? Юпитер, да? Я честно не знаю. Газовый Марс и Нептун. С астрономикой у меня всегда плохо было. Эррор. Юпитер. Сатурн. Синяя, это, которая очень быстро крутится. И все. Не знаю, я честно. Нептун, вот эти все ребята. Юпитер, Венера, Сатурн, Нептун, Уран и Плутон. Украина пишет. Сатурн. Я даже не... Нептун. Пожалуйста, хватит меня мучить своей астрономикой, но она такая неинтересная, блядь. Которые улетают в атмосферу. Назовите годы начала и окончания Первой мировой войны. 1900 Первый мировой. 39-й по 1945-й. Вот какой-нибудь 17-й, это конец. Ой, первый, блядь, ну я, вот возьмите, ёбните меня. 12-й, да? 1812 началось же, да? Нет, да. В 1812-м, ну и так далее. Я чуть Вторую мировую не начал рассказывать. Я не знаю, честно. 15-е начало, всё. Подождите, 1900, всё, блядь. Я сука, я не успел, вы начали писать. Я болел. 1900 какой-то 14 пишет, 1917, вы даже сами не знаете, да? 1812, да вы сами-то хоть знаете, блядь? Хорошо, я сказал 1812, я остаюсь при этом мнении, я не знаю, честно. 1917, 1921. 14-17. Ага, ну все, не, я тогда рот ебал, сам же свой. Я просто там не участвовал, во второй-то был, я разбираюсь, вот. А... Чему равняется квадратный корень из 144? 12, я хуй знает. 1.44. 17. Я не знаю. 12? Ну да. Равняется 12. Ну, а победитель сегодняшнего... Данила Кашин. Реально. Ютуберы отвечают на школьные вопросы в третий раз. Подожди, мне нужно придумать, какая поза самая удобная для позора. Школьные вопросики, ну-ка. Что же... Блин, Николай Соболев самый красивый человек на свете, я считаю. Я бы, конечно, извиняюсь. Я учил. Бля, у меня на самом деле рука уже затекает. Давайте это последнее, и все, я пойду это самое, попу мыть. Да, пожалуй, я сложу вот так вот. Доктор, вы знаете, я кретин. Сейчас будет супергероическая тупость. Очень нравится эта рубрика. Смотрю прям все. Я тоже, брат. Я все посмотрел, реально. Я отгадываю абсолютно все. Так обычно бывает. Назовите самую длинную реку в мире. Амазонка. Нил. Нет. У меня два варианта. Либо Амазонка, либо Нил. Скорее всего, это Амазонка. Ебой. Амазонка.
Амазонка. Амазонка? Амазонка. Я когда за подъездом су, вот, у меня, блять, ну это слишком. Ну, короче, мне от мочи ручей идет очень длинный, еще к ногам постоянно прилипает, заметили? Вот, пацаны, вот хотел поделиться реально, ну, вот, своей проблемой. Я когда су на стену, моча стекает, она постоянно течет к твоим кроссовкам. Я не знаю почему. Я отпрыгиваю, она снова идет, типа, к кроссовкам. Вот такая странная хуйня. Это реально, бля, самая большая река в мире, самая длинная. Формула какого вещества записывается как H2SO4? Это ко мне. Это... Так, H2SO3 это серное, а это получается сернистое. Я не перепутал название? Ну, короче, похуй. Ух ты, блядь. Ух ты, как ты села хорошо, господи. Вот, по-моему, это сернистое. Скажи. Кислота, кислота. Сейчас. H2SO4. У меня смигло сюда плохо. Это... Перепутал? Нет, погоди. Ну, сорян, я типа, если я перепутал, я все равно сказал правильно, потому что я сказал, что такое H2SO3 и H2SO4. Так что, если я перепутал, то сорян. Типа, я очень давно, я, ну, сами понимаете, человек в возрасте преклонном, вот, давно в школе учился. Я... Значит, H2SO это оксиген. Ну, я же знаю. Ну, блин, подожди. Ну, скажите, что сернистые. Ну, скажите. Значит, там не медь. Серная кислота? Все-таки серная, не сернистая. А тогда H2SO3 это сернистая. Поняли, блядь? Серная кислота. Серная кислота. Рискну предположить, что серная кислота. Это какая-то кислота? Серная? H2SO4 серная кислота. У-у-у, я химию вообще не знаю. Что? Как не может? Не должно быть правильных ответов. Это монтаж. Ну, давайте дальше. Я подумал про серную кислоту, правда. Черт. Я должен был догадаться, потому что там есть SO. Чисто логика. Я не знаю. Что дала Буратино, черепаха, тортилла? Ключик? Наркотики. Какие? Ну, золотой ключик. Нет? Вот такие. Что дали Буратино? Это школьная программа, да? Это, сука, школьные ответы, да? Школьные вопросы, да? То есть это школе нахуй проходит, да, нахуй? Это что за беспредел? Ключ. Золотой ключ. Золотой от своего сердечка. Там пахнет. Золотой ключ. Продолжите следующую строчку стихотворения Пушкина. У лукоморья дуб зеленый. Золотая цепь на дубе тома, и днем, и ночью кот ученый. Вот, зиговал за правую тему, с пацанами двигался на улице. Я слышу окап, въебало летит мусорный бак, ну и так далее. Что-то такое, я не знаю. Ну, по-моему, это достаточно. Что там продолжать? Вот просто, ну, реально вопрос. Продолжите следующую строчку. Докуда продолжить? До конца стихотворения или мне, ну, докончить предложение? Золотая цепь на дубетом. А, ну, этого достаточно, окей. Золотая цепь на дубетом. И дальше. Все с вами знают. Золотая цепь на дубетом? Так, ребята, а вы, я не понял нахуй, а вы... Когда мы прошлый видос смотрели, вы загибали пальчики, сколько я угадал, или нет? Потому что никто не писал об этом. Я вас сейчас, ну, реально разъебу. Я, конечно, извиняюсь. Загибайте пальчики, чтобы я потом блистал своей смекалкой. Цепь на дубетон. Золотая цепь на дубетон. Золотая цепь на дубетон. И днем, и ночью кот ученый. Все ходит по спине. Джарахов против бомжей смотрел? Да, после этого я и начал это все смотреть. Сын очень старый немец. Чувствую себя умным. Сука, рука спотела. Доктор, я перестаю чувствовать себя кретином. Сделайте всем что-нибудь. Чему равняется А плюс Б в скобках? Все в квадрате. Ребята, это я знаю, господи. Возможно. А умножить на Б в скобках плюс А умножить на Б. Нет? Нет, подожди. А, нет. А в скобках А плюс Б умножить на скобки А плюс Б. Да, все, по-моему, так. Подожди, что? Ну я правильно сформулировал? Не-не, стоп! Или это А в квадрате плюс 2АБ плюс вот эта хуйня, да? А в квадрате плюс 2АБ плюс Б в квадрате, да, по-моему? 4АС? А в... Ой, стоп, секунду. АБ в квадрате? Нет, все, пас. А в квадрате плюс... Блядь! АБ плюс Б в квадрате. Я угадал. Вот прям, вот хоть убейте, я угадал. Да, не сразу, да. Если бы я там сидел, мне бы сказали неверно, но я бы угадал. Я потом сразу себя поправил, нахуй. А в квадрате плюс 2АБ
плюс b в квадрате. Ну давай, а квадрат плюс 2b квадрат плюс b квадрат. Спасибо, я опять кретин. Я бы никогда не ответил на это. Давай будем чисто друг с другом. Какой газ самый легкий? Это не спец, но... Это... Кислород самый легкий. А что у нас еще? По-моему, кислород самый легкий, господа. Вот хоть убейте. Ой, или это... Ну, кислород, мне похуй. Или водород, блядь, какой-нибудь. Я не знаю, пацаны, не взвешивал. Давайте водород. Углекислый газ, который... Гелий? Я знаю, что гелий легкий. Что он самый легкий. Водород. Нихуя себе, блядь. Реально, пацаны, не взвешивал. Чисто, вот даже из вас никто не угадал. Все писали гелий, блядь. Вы все писали гелий. Вот вас слушать, себя не уважать. Эти музыкальные ноты по возрастанию, начиная с до. Блядь, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. О, ски. Хорошо, давайте еще раз. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, ски. Поняли? Я постоянно буду зумить. Нечего было так садиться. Вот вам косплейщицы ваши. Если у вас женщина реально занимается косплеем, вот знаете, что она рядом с Русланом Усачевым в такой позе сидит в камере. Вот. Это тихо. Я думал, может быть, какой-то помог есть. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Зачем ты это сделал? И попал мне в одну ноту. Кстати, да. До, ре, ми, фа, даже в до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До, ре, ми. О, давайте по музыке что-нибудь позадаете. Чем с планетами. У меня мама просто в Минском театре работает, как бы. Самый легкий вопрос. Я этого не знал, но просто слышал. Сколько секунд в одном часе? 60. Чуть 60 не ляпнул, блядь. 3600? 3600. 50. Сейчас, подожди. 360. Сейчас, подожди. 60 минут. 60 на 6, 6, 36. А точно 3600? Или я хуйню сморозил? 360. Я не знаю, у меня просто в голове... У меня просто в голове эта хуйня лежала. 3600 запишешь. Ну все, значит, я прав. Вот, ну, разрешали, я бы, блин, хотя бы на тройке закончил. 60. Фу. 60 умножаем на 60. У меня 9 классов образования. 9. И чё? 320. По-моему, я считал как-то на досуге 3600. Да, я вот тоже, у меня просто цифра в голове отложилась, что 3600, поэтому я и сказал ее сразу. Я не вычислял. 3600? 3600 секунд. Я понял, это был дикий косяк. Какого государства является? Эстония. Эстония. Испания будет какая-то. Эстония. Таллин-Башкар. Рига, что ли? Ну да, Рига, братан, почти Рига. Бля, Ян Гордиенко самый умный человек на свете, я считаю. А Эстония? Рига тоже в Эстонии находится, поэтому в Эстонии все. Эстония? А, точно, блин. Людей какой профессии объединяло содружество могучая кучка? Бля, чё нахуй? Что, это школьные вопросы? Могучие, не знаю, типа... Богатыри какие-нибудь, блядь, не знаю. Проституты. Могучая кучка. Вот вам вообще, вы можете, типа, представить, нахуй, что это за хуйня? Школьный вопрос. Могучая кучка. Откуда мне это знать, блядь? Я не знаю. Пишут композиторы. Я первый раз об этом слышу, господа. Откуда вы это знаете, блядь? Расскажите, пожалуйста, если наверняка кто-то просто смотрел... Вот, но кто не смотрит, ну, кто, даже, блядь, кто, вообще, кто знает ответ, скажите, почему именно композиторы. Могучая кучка. Как про фигуры. Ну да, в принципе. Я должен по-твоему ответить. Это Джарахов в здании. Дровосеков. Я не знаю, почему. Да. Подожди, ты сейчас серьезно. Музыкалка в помощь. Я учился в музыкалке, чтоб ты знал или знала. Я, блядь, учился нахуй. Но у нас не было такого, чтобы я на уроке сольфеджио сидел, они такие, так, откладываем там тетрадки, теперь учим, что такое могучая кучка. Что за хуйня? Ну, они там кучковались, наверное, играли на скрипке. Могучие кучки был римский, кто сейчас... Улетел сообщение.
Корсаков, Бах и так далее. А, это про эту могучую кучку? Про вот эти портреты, которые как раз таки на стене висели, да? Вот, и они типа назывались могучей кучкой, да? Все, я понял, почему. Ну, это странная хуйня, реально. Я первый раз об этом слышу. Кто такой нумизмат? Я не знаю, в душе не ебу. Это тот, кто изучает числа... Числа нет. Нумизмат. Отец нумизмати, дальше. Это человек, который коллекционирует марки. Монеты. Первый раз слышу, блядь. Ну да, мы в школе тоже вот эту хуйню проходили, реально. У нас была нумизматология. Вот, блядь, мы там проходили это все. Человек, который коллекционирует монеты. Кто-нибудь ответил на этот вопрос? Какая страна подарила США статую свободы? Франция. Британия. Англия? Я не знаю. Франция, кажется, дарила. Франция. Ебой, IQ 283. Да. Сука! Ну мне Антон же что-то говорил про это. Блин, я такой думаю, Антон говорил, но я сейчас боюсь обосраться. Да, давай перепишем. Франция. Сделайте разбор предложения по членам. Блять. Малыши слепили снежную бабу. Блять, ребята, это же пиздец. Малыши подлежащие слепили сказуемое. Я правильно, да, говорю вообще эти слова? Все, нахуй, полетели, блядь. Снежную. Какую? Ну, это прилагательное. Что там еще есть? Хорошо, дополнение есть. Не, я вообще, я в этом, блядь, господа, я вообще в этом пиздец. Подлежащее. Сказуемое. Я жду, пока вы мне напишете какие-нибудь слова. Определение. Определение – это снежную, хорошо. И дополнение бабу. Подлежащее, сказуемое, определение, дополнение. Все, я понял. Слушай, я даже слов этих не помню. Я, да, я вот я тоже слов даже не помню. Какой-то школьный вопрос у вас тут еще. Вот это пиздец какой-то школьный вопрос. Подлежащее – малышей. Сказуемое – слепили. Я не помню это на русском. Нет, чай не вспомнил. Ну-ка, правильно? Нет, блядь, давайте уже. Сказуемое – это малыши. Малыши кто? Это подлежащие, а не чертами? Да, прям в точку, ребята, в точку. Прям в точку. А снежную какую? Это определение малыши? Как это там? Бабу это... дополнение, по-моему. Дополнение? А, хотя да, баба, это всегда приятный бонус. Назовите первую строчку гимна России. Блядь, чуть не начал говорить «Союз нерушимый». Россия священная, наша держава. Во-первых, «Союз нерушимый» я начал петь, блядь, вообще. Ну, я, сами понимаете, союз. Человек преклонного возраста уже, ну, не молодой, так сказать, вот. «Союз наш...» Вот он тоже начал худим. Я помню первую строчку гимна СССР. Сложно, ведь там, ну, Россия священная наша держава, правильно? Правильно, брат. Россия священная наша держава. Россия великая наша страна. Русских народов союз. Славься во все времена. Что там дальше, бля? Да мы поняли, что все угадали, все очень клевые. Давайте следующий вопросик. Назовите цвета Олимпийских колец. Блять, вот это вы пидорасы, конечно, прям вообще ужас. Блин, ребята. Цвета Олимпийских колец. Ну, допустим, желтый, зеленый, черный. Желтый, зеленый, черный, красный. И я не ебу, мне вообще... Думаешь, мне нужно знать цвета Олимпийских колец? О, слушай, их пять. Синий, желтый, красный... Ну там черный есть. Белый. Ну смотри, наверняка там есть красный, наверняка есть синий. Голубенький, а синий, думаю, что был. Зеленый. Синий, красный, белый, желтый, красный, синий, белый. Не раскрытый.
шутки окончено. Ну не раскрытое кольцо, вы поняли. Бля, желтый должен быть обязательно. И голубой. Это два основных цвета. Блять, я их угадал. Я их угадал все, клянусь, блядь, вот хоть ёбните. Зелёная, красная, синяя, чёрная? А, там есть чёрный, жёлтый, зелёный. Я все их назвал. Там, типа, чёрный. Понятно? Вам понятно, лохи? Там так есть. Красный, синий, жёлтый, зелёный, видимо. Красный, зелёный, синий, жёлтый, чёрный. Чему равна дюжина? Дюжина, конец, например. Вот хоть ёбните, не знаю. Пяти, да? Семи. Допустим, семи, я, честно, не знаю. Это не русские слова вообще. Что это такое? Дюжин, это актер очень известный, да. Пишет 12. 12, 12. Вы что, дураки, 12. Я, честно, я это не знал. Блять, не успел на анимешнице зазумить, извините. Как звали первого президента США? Ну мне, да, вот Путин, 100% Путин. Я типа вообще хуй знает президента США. Ну, а, этот же, Вашингтон? Нет? Ух, нихуя себе, блядь. Я не знал, честно, я не знал. Просто я подумал, что столица у них Вашингтон называется, поэтому, ну, типа... Вашингтон, да? Я должен был догадаться, да, они живут в Вашингтоне. Почему мы не живем в городе, который называется Ельцин? Путин. Выберите слово «предопределенный» по составу. О, это мое любимое. Поехали. Пред. Приставка. Оп. Так. Опред. Определ. Это корень. Йонн. Суффикс. И окончание. Нига. Я очень любил эту хуйню на русском. На русском языке, когда. Сейчас будут писать, что я подсмотрел в чат, хотя это даже не напишешь очень быстро, как я сказал. Понятно, сука. Приставка, да. О предел. Но предел это точно корень. Потому что йонанэ это идеальный суффикс. Книга? Как же основа? Братан, основа. Ну-ка. Есть. 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 Кто мне там поправил? Сейчас я тебя найду. Я тебя сейчас найду, нахуй. Романда Маванда, ты меня поправила, а не охуела ли ты часто? Ты забыла, кто здесь, блядь, батя, нахуй? Бля, может, еще одно там? На нешкольные вопросы. Бля, там нешкольные. А вот еще один есть. Хотите еще один посмотрим? Это, по-моему, как раз последний. Определенный. Во сколько лет вы потеряли девственность? 18. Блять, да. Очень неудобный вопрос, особенно здесь. Ох ты, блядь. Блядь, черная полосочка закрыла, но она, слава богу, просвечивается, и там все видно. Аниме, косплей. Я не знаю, когда я, и не помню. Может, я 18 строго. Что реально за школьная программа? Правильный ответ, когда профессор сказал, что можно. Да, вот именно. 15. Не повторяйте за мной, это неправда. Не 18, 18, 18. Я звоню другу. Раньше вас. И больше всего очков набрал. Данила Кашин. Ой, извиняюсь. Ютуберы, отвечают наш. Все попросили следующий. Давайте, хорошо. Вопросы в очередной раз. Как давно вы... Ой, хотите прикол? По-моему, я это смотрел. Или нет? Кончили школу. Очень давно. Или нет? 7 лет назад. 8 лет назад. Или да? В 2012. 5 лет назад. Вы хорошо учились? О, Crazy Mega Hell! Ладно, все, последний выпуск и все. И это самое. И я буду валяться, смотреть дальше. Только без вас. Ну, тогда да. Как вы думаете, у вас остались какие-то школьные знания? Вот по физике очень хорошо. Вот честно скажу, по физике у меня натянутая четверка была. Ну, если это точные науки какие-то, то... Ой. Бля, охуенно учился, идеально, лучше всех. Сейчас мы это проверим. Проверь. Ну, давай, хорошо. Вследствие чего погиб Александр Сергеевич? Дуэль. Ну, там, на самом деле, неоднозначная история. Или это типа... А, ну все. Типа, вследствие получения ранения в живот.
Окей, ну вот, дуэль, то есть его застрелили. Следствие дуэли. Но нет! Он не погиб. Он уехал во Францию, да, типа там, в этот, бля. Гусачев, вызываю тебя наверх. На дуэли умрешь. Что? На дуэли его застрелил Дантес. Если дуэли... Загибайте пальчики, ребята. Самым умным я потом сделаю подарки. Бля, очень сложный вопрос, на самом деле. Я реально, я сейчас очень долго думал. Бля, вы не могли бы все побыстрее сказать дуэль, чтобы мы перешли к следующему вопросу? Что вы там языком мелите? По какому школьному предмету получил Нобелевскую премию Альберт Эйнштейн? Алгебра вообще, это что за хуйня? Вообще можно по алгебре? Физика, ёпта. Он же физик, блядский. Типа не физика у него была. Ну, физика. Ну, там, алгебра. Ну, как по алгебре? Можно ли по алгебре вообще получить Нобелевскую премию? Я просто не знаю. По-моему, нельзя. Я не уверен, что это физика. Физика. Ебой. Он уже физиком был, ну, пускай физика будет, не знаю. Хотя мне кажется, что, ладно, физика. Он типа двоечник какой-то, что-то там какая-то залупа. Физика, а двоечник он был по математике. Блять, вы чё меня нахуй передразниваете? Кто был первым человеком, совершившим полет в космос? А, Юрий Гагарин. Я когда тоже натыкался на этот, но ну, где-то был Гагарин уже вроде бы как первый. Ну вообще, это прям, что-то прям very easy, easy сложность. Гагарин. По вопросам прям ужас. Юрий Гагарин. Но они прям слишком. Это какая уже часть? Четвертая. Сколько часовых зон у России? Один, одиннадцать. Ну, там много, я думаю. То есть, как минимум шесть, да, еще даже, может, даже больше. Пять, шесть, семь. Бля, хоть убейте, но, по-моему, одиннадцать. Как бы пять или шесть. Не, я думаю, две. Нет, подожди, не одиннадцать. Подожди, стоп! Не знаю, блядь, мне похуй, одиннадцать будет. Все пишут 12. Сука! Я что, ошибся? 7? Так что, наверное, 8. Я из Беларуси? Нихуя отмазался. 3. Хорошо. 11? Он сказал 11? 11. Сосать! Все начали писать 12. Вот я сейчас вас по нику перечислю, нахуй. Катакри. Ой, Тататкри. Алена Метанг. Вот, вот эти все фотосвалка, блядь, это Кира Каспер. Вы все такие дурачки, нахуй. Вы меня либо запутать пытаетесь, либо что, ебать, нахуй. 12, блядь, где ты 12 увидел? Видно? Вот смотри, раз, два, три, четыре. Ну там дохуя, короче, 11. Я не знаю почему, у меня просто в голове это отложилось, и все, я помню. Жестко. Нифига себе. Охренеть. Сколько дней в високосном году? 365. 364. 365. 365? Нет, 366. Типа один день лишний должен быть. Да? 366. Ебой. Пошел ты! 366. Ну, один день. Всего лишь один день. 366. Вы гуглите, да, гондоны маленькие? Вы в чате все идеально так все пишете, типа... Вы гуглите, скажи честно. Давайте, нет, давайте реально все честно будете отвечать, потому что я, во-первых, у меня, знаете, у меня в чем задача заключается? Когда я слышу вопрос, мне нужно на него ответить сразу же, потому что если я задумаюсь на секунд 7, пройдет задержка, и польются ваши вопросы, эти ваши ответы, блядь, которые вы загуглили, вот. И поэтому мне надо очень быстро отвечать. Давайте вы будете сами отвечать, но типа не гугля, пожалуйста. Нет. Хотя, смотри, я ничего мне не стыдно. Сколько сантиметров в одном километре? В одном метре 100 сантиметров, в километре 10 тысяч, ну, допустим, 100 тысяч, мне похуй. 10 тысяч? 100 умножить на 1000, это значит... 100 тысяч. Это, да, 10 тысяч. А я хотел сказать 10 тысяч, бля. И вы пишете 10 тысяч, я вижу. Итак, 100 тысяч. 100 сантиметров в одном километре, 1000 метров.
Ну вот. Да все же легко. Он же сам вычислил. В одном километре тысячи это самое. Ну вы поняли. Тысячи типа. Ну и все умножь на 100. Типа, что проблем? 100 тысяч. Фу ты. Я что-то вообще. Да, именно. 100 тысяч. 100 сантиметров. 100 тысяч. Артур вообще, он типа математик, как я понял, жесткий. 100 тысяч сантиметров. Давайте по химии что что-нибудь. Автор божественной комедии. Блять, я в душе не ебу. Я не знаю, честно. А, тот самый, который, да. Да, Данте аллергия. Да, он. Сорян, читает только рэп, а не книги ваши, блядские, понятно? Кто читает книги, тот лох. Надо читать рэп, реально. Делать искусство. Мига. Какой сказочный персонаж Алексея Николаевича Толстого очень похож на персонажа из сказки Карла Колоди? Буратино, блядь. Ну, типа Пиноккио, Буратино. Папа Карла. Ну, Буратино. Пиноккио. Бля, видели кто-нибудь? Плюсните в чате, кто видел порнуху с Пиноккио, где, ну там мультяшный, где на него села, блять, я не знаю, тут маленькие дети, наверное. Ну там, короче, он врал очень много, его заставляли врать, и там интересный видосик. Не знаю, какие там эти Буратино. Какой официальный язык в Бразилии? Бразильский, блядь. Я откуда знаю вообще, я в душе не ебу. Ты не испанский. Бразильский. Испанский? Испанский? Бразильский, блядь. Татарский, татарский. Татарский. А, да, точно, португальский, блядь. Почему португальский? Что это такое? Татарский. Саблезубы. Что там есть у нас? Саблезубы, хищник. Хищник, блядь, он хищник. Хищник. Отряд самоубийц, хищник. Блядь. Блядь. Блядь, это тоже пошутил. Вы заметили, что мы видеоблогерам одинаково мыслим? Хищный, да. Переведите на английский язык «быть или не быть». Be or not be... To be or not... To be or not to be, блядь. Он, блядь, я сосал член. To be or not to be. 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 Просто перевести. У нас один раз попался в КС-ке тиммейт, которая, вот совсем недавно, пиндос, которая постоянно, блядь, рашил нахуй мидл, ну, типа, он бежал просто на вапера, и он постоянно эту хуйню орал, то би or not to be, блядь. To be or not to be. Как зовут сына Бога в Новом Завете? Иисус Христос? Ну, типа, Новый Завет, это же тот самый... Бля, очень сложные вопросы, особенно школьные, они очень школьные. Мы реально в школе такое проходили. Блядь, я уже устал держать телефон. Бог сына. Назовите имя какого-то бога в германо-скандинавской мифологии. Зевс какой-нибудь, я в душе не ебу. Германо-скандинавская мифология, что это вообще? Не сильно, нет. Бог один, и он не один. Чё, блядь? Не один. Один. Зевс. Один. Один. Да вы гуглеры, да вы гуглеры. И все такие, знаете, все такие правильно отвечают, блядь. Первого и единственного президента СССР. Ельцин. Ой, бу, какой Ельцин? Ельцин это же этот, России президент. Горбачев. Сталин. Просто в
прошлом выпуске был первый президент России, я ответил Ельцин, сейчас Горбачев, все. Я их раньше очень часто путал, блядь. Горбачев. Правильно, правильно, Руслан. Какого газа больше всего в состоянии? Азот, азот. Из атмосферы Земли состоит на 70 с чем-то процентов из азота. Это я прям вот, я до сих пор помню картинку из учебника, где там атмосфера делилась на несколько уровней, и там был прям вот дохуище типа азота, 70 с чем-то процентов. Напомните, погуглите, сколько точно. Вот. Это самое, кислород там вообще типа процента 2, что-то такое, я помню эту хуйню. Украинского пишет. Блять, я посмеялся со шутки с пердежа. Мне... Терпи азот. 72 пишет, я же сказал, я пиздец умный. Я не знаю, куда девать свой мозг. Но я говорю, это все только из-за того, что я помню картинку с учебника, блядь, и все. 78 пишут. Так сколько в итоге процентов азота в атмосфере? Азота. Я помню, что 70 с чем-то, точно сказать не могу. Ой. Чтобы удивить, не знаю, азот, но не азот. Что такое антагонизм? Ну это же вообще тупость. Против, ну, типа. Но я думаю, это не стоит отвечать. Все уж ответит. В простой степени. Такое противоставление чему-то. Бля, я бы перематывал просто вопросы, но я не могу. Если начну перематывать, объясняю тем, кто только пришел. Если начну перематывать, у Ютуба выскакивают окошечки такие, ну, типа, видосы. Ну, типа, кадры из... Вы поняли, видос по тайм-кодам. И там зеленым показаны ответы. Я один раз так перемотал и запалил два ответа наперед, так что не стоит. 78 азот все-таки, да? 21 кислород и 1% всякой хуйни. А-а-а! Точно, все. Ну, короче... Поставление. Я говорю, мне это в голове отложилось, пиздец как. Я не знаю, почему. Позитивный герой, да, основной, а есть антагонист. Сколько еще будет стрим идти? Сейчас видос закончится и все. Устал уже рука, я пиздец заебался. Отличное утро, давайте так каждое утро проводить. Научпок. Вы просили у меня научпок, вот вам научпок. Назовите две ближайшие к Земле звезды. Солнце, больше я ничего не знаю. Опять, блять, ваша нахуй астрономия. Солнце. Солнце. Блять, ебать, я пока с вами сидел, мне столько сообщений пришло, просто охуеть. Ну, солнце. Да, блин. Солнце ума. Солнце. Я голубой карлик. Ебой. Сириус и солнце. Блять, так неинтересно, вы бы знали. Первое солнце. Не знаю, луна, наверное. Планета какая-то. Солнце и Проксима Центавра. А-а-а, Проксима Центавра. И кто построил пирамиды? Египтяне. И в этот раз победила... Оцелки. Все, короче, ебать. Ебать. Вы посчитали, сколько я, блядь, ответил, нахуй? Давайте посчитаем результат. Вот, посмотрим, кто мы. Ой, блядь, рука. Ой, блядь. Ну все, ребята, давайте, короче, было приятно познакомиться с вами, поболтать. Вот, Даня 100 из 10, ну, примерно так, да. Вот. Ну, короче, вот я не знаю, куда девать свой IQ 283, между прочим. Вот. Такая хуйня. Иди попу мой. О, кстати, да, сейчас надо в душ залезть, блядь. Вам нормально, если я так буду смотреть на вас? Сейчас плюну. Буду рэп писать. О, давайте я так буду сидеть. По-моему, очень артхаусно. Сейчас. Вот так. Я нюхаю лайки, кстати.
Ну все, заебись, почирикали с вами, клево, пообщались. Вот, ютубер отгадал вопрос. Вот. Вы что, испугались, что я лицо свое показал? Извините. Я просто... Я, короче, как только проснулся, начал смотреть эту хуйню. Вот. И потом запустил стрим. Подумал, что с вами будет интересно. И это было реально интересно. Мне понравилось. Я даже... Я ни зубы не чистил, лицо не мыл. Я даже чай не пил. Я, типа, вот пил только сок. И все. Так что вот так вот. Все, давайте, короче, покусики. Вот. Надо найти еще, помимо топ-5, какие-нибудь еще такие шоу с вопросами. Мне понравилось это в Инстаграме проводить, это реально было весело. Ну все, давайте, короче, пока. Я ковыряюсь в ухе, да. Покусик, все, давайте. Всем счастливо. Удачи, благополучия в жизни, любви, красоты, здоровья. Вот. Крепких внуков. Все, давайте. Лю вас, пока. На самом деле не лю, я че, ебанутый, бля. Хотите, плюну вам в лицо? Пфф! Ой, извиняюсь. Извиняюсь, я думал по скайпу разговариваю с кое-кем. Все, давайте, пока.